Твич пошел. Хорошо. И один Ютуб должен пойти. Так, ВК. Кликовать нахуй сразу. А, моментально уведомление пришло просто. Прям... Так вроде ты ходил так. Да? Ну, вроде как, да? Я чё-то хер узнает. Так, там второй Ютуб подрубим. Потихонечку. Так, Good Game, Ютуб. Так, а во, второй Ютуб пошел. У меня собачий, точнее овечий, к Ютубу подключился. Свинячий чат. А ВК нет. Ну, вообще, по идее, уже должен бы подключиться. А, он говорит, надо авторизоваться надо, да, скорее всего. А я разве так... этого не делал? А, не, или делал? Я не знаю. Что ты там делал? И с чем ты там делал? Всякое. Так, что у нас? Что-то не запущено. Давай тролла. Что там твой Яндекс? Яндекс я еще не запускал. А я вообще создал там? А, да, создал. Ой, так, сейчас посмотрим. Да, что... Подключение, это авторизация нужно мне. И взад заодно. Сейчас как взад пойдет? Или не пойдет? Не знаю. А, взад что-то грузит. Короче, что? Да, все, вроде взад пошел. Туда-сюда, трогу хуй знает, работает, не работает, но... Так, Яндекс я должен запустить еще. Запускаем Яндекс. Потихонечку. А чё трол не работает нихера опять? Не знаю, я там... С того момента, как ты там канал создал, я... Ни разу не был, или один раз был. Сейчас я его переподключу. Может, пойдет. В смысле неверный пароль? А. Неверный логин или пароль? Я номер перепутал. Троу, хер бы с ним там потом в процессе стрима, может... раздуплиться. Так, запустить прямой эфир. Яндекс, я правда не знаю, что он там. Китайский городовой через минуту. Ну, подождем сейчас, пока он раздуплится. Нет, троу нихуя не работает. Какого же члена? Хчлена? Хчлена. Что это такое? Член? Разновидность всякого. Давай, пока, блядь. Бахнуть вишнёвенького. Опять ты пиво, блядь, для девочек пьёшь? Это пиво, да? Вообще или чё? Пиво, чё? А чё это такое? Чё, вишнёвый пивной напиток? А я помню то, что вишнёвый, а чё, пиво хотя бы нет? Ну, пиво, пивной напиток, вот это из перекрёстка. А ты видел в перекрёстке разливуху? Вообще никогда не видел. А у вас есть? А у нас нет. Или я не искал. Я не знаю. Ну, его и искать особо не надо.
Я не знаю. Он сразу на выходе? Я, конечно, не знаю, зачем и почему. И кто-то берет, что ли? Кто-то что-то берет. Так, сейчас... в этом какого? В Яндекс еще не пошел, по идее. Так, сейчас ВК еще раз чекну. Так еще они в Перехустике этом какие-то автоматы поставили. В смысле, какие автоматы? Ну, чтобы разливуху заливать. Есть же эти автоматы для воды, да. Куда бутылку суешь. Вот чисто такие же. Не, как в пивнушку. Ох, Яндекс запустился. Ну, Яндекс он уже давно запустил. Сейчас еще раз чекнем, что у нас вообще происходит. Так, вот. Яндекс... Не, это ВК давно запустился. Яндекс у меня пока черный экран. Так, GoodGame у меня там как кокос скачет. Кокос скачет. О, все, у меня тоже поскакал. Через 5-10 минут, короче, чтобы где-то там что-то произошло. Так, ладно, в любом случае Яндекс работает, GoodGame работает, YouTube 1 работает, YouTube 2 работает, ВКонтакт работает, Twitch работает, Трова не работает, Взад работает. Вроде бы сейчас еще раз Трова... Не, нихуя он не работает, я не знаю почему. Ну ладно, сейчас вроде нормально будет. Бля, слушай... Интересно, этот обморок-то уехал сегодня или нет? Что-то Сашка молчит сегодня весь день. Наверное, нихуя не уехал. Не знаю. Блять. Я не в курсе, что там у вас. Да. Ладно, вроде все работает, давай заставку. Санта бра-бра-бра. Да. Бра-бра-бра. Так. 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 Че, мы в эфире? Вот все. Так. А, звук-то не выключен был. Вот такой вот стримлер. Прикольно, значит. Ну ладно, пофиг, значит, все слышали. Ну, ладно, это не важно. Добрый вечер всем. Добрый воскресный вечер. Собственно, 22 мая на календарях. 4 минуты нулевого, 24-го, как угодно. Да, Максиму сейчас слово на секундочку дам, а то у меня долгое приветствие будет. Все, закончил. Можно? Говори, говори, я потом продолжу. Здравствуйте, товарищи. Как ваши дела? У нас вроде нормально все. Ну, решили постримить уже пару дней как, но кое-кто очень долго спит, поэтому стрим сегодня. Да. Вот, начинай свою. Вообще я сказал то, что этот же на прошлом стриме по Иерихону вообще я сказал то, что увидимся через неделю. И, кстати, ровно через неделю мы в эфир вышли. В прошлое воскресенье Иерихон был. Не знаю, не помню, я пьян был. По-прежнему, в общем, у нас куча рестримов. Яндекс, GoodGame, 2 Ютуба, Контакт, Twitch. Трова хуй знает, заработает, не заработает, но Взад точно работает. Конечно же, streamcube.ru. Ребят, всем вам там привет. Собственно, и serpgame.ru, хотя serpgame.ru и streamcube.ru это теперь один сайт, собственно, переходите на serpgame, попадаете на streamcube. Вот. Отдельный привет ребятам, тем, кто смотрит этот стрим уже в записи, спасибо, что поддерживаете проект в том числе и таким способом. Вот. И, конечно, отдельное алоха от сердечка любимой женщине, Шуша, люблю тебя. Вот. И сегодня у нас Sleeping Dogs, да? Максим уже сказал сегодня об этом. Да? Я не говорил то, что собаки сегодня. Не говорил? Нет. Сейчас я... Что ты там пьешь? Пшенич. Пшенич. Я буду... А я австрийцем сегодня буду. О, там аварии было только что. Ваше здоровье, господа. Выпьем же за все хорошее. Я вчера после работы зашел в разливуху, купил, чтобы вчера постримить. А сегодня пришлось еще раз идти покупать, да? Чтобы сегодня постримить. Нет, у меня осталось на сегодня. А, то есть ты не пил. Так, я сейчас попробую... Я пью.
А, я пил? Зато я еще купил. Или все-таки осталось? Ну, у меня оставалось. Короче, мы сегодня продолжаем то, что не продолжили в прошлый раз, и нагоняем упущенное. Тут самый первый стрим, 5 часов с лишним дрился вот этого Sleeping Dogs, и потом у Максима сломалось сохранение, и мы начали заново, там часа 2,5, и сегодня мы будем вот это вот начатое заново продолжать, вот, чтобы до того момента дойти, до которого нужно дойти. Я так понимаю. Трова, работай. Трова так, не работает. Я подумал, то, что можно одеть кое-что из коллекционного одежды. Латекс? Уля-ля. Посмотрим, что есть. Из латексного, да? Раз у нас не сюжет, точнее то, что мы нагоняем, может что-нибудь прикольное одеть. Надеть. Нагоняем, нагоняем всякое. Надеть. Не знаю, как правильно. Устанавливаем соединение, чтобы точно знать, что ваша трансляция не прервется и будет брахлить. А где вот это напоминание про китайцев, что 600 миллиардов китайцев там смотрят в этот момент чьи-то стримы, но не наши? А такое было, что ли? Да, он там пару стримов подряд Яндекс выдавал вот эту вот плашку. Яндекс? То, что... Да, Яндекс, Яндекс. А то, что... Яндекс такое выдавал? Конплей, всем привет, привет, и тебе в том числе, и, кстати говоря, у нас там донейшн, Котопёс, заходить, пожалуйста, я просто сейчас с этим, в ручном режиме поставил, потому что непонятно, он, блядь, сука, то работает, то нихуя не работает, поэтому мне проще вручную запускать. Котопёс, заходи. Шуши-пупс. Чать будет. Так, начался, спасибо за 400 шекелей и за поддержку в том числе. Шуша-пупс, чат-буль, наша церковь прекрасна, да, собственно, по традиции определенно шуша-пупс, чат-буль, господа, ваше здоровье, церковь наша великолепна. О, я понял, что надо. Пьяный мастер. Будем Джеки Чаном. Джеки Чан должен обязательно присутствовать в этом стриме. Я буду сейчас в этом костюме бегать. Так, что за задания надо, наверное, какие-то выполнять? Я не знаю, ты хотел, по-моему, на прошлом стриме выполнить что-то из разряда полицейского, насколько я помню. А, у меня сейчас нет. Я, наверное, выполнил, на этом мы закончили. Ты же за сюжетом следишь. Я слежу. Я вообще не понимаю, что происходит. Я вообще не понимаю, что происходит в этой жизни. А ты мне про спящих псов. Вот. Я тебе говорил, типа, давай порыбачим. Ты говорил, нет, давай псов, мне интересен сюжет. Я пытаюсь, честно, я пытаюсь за ним следить, но у меня что-то вообще. Ну, короче, мы едем на эту зеленую фигню. Будем прослушку ставить. Прослушка. Так, Яндекс, вот, тем не менее, услышал меня и выдал подсказку. Кстати, заданный факт про трансляции Мир. Согласно исследованиям, в Китае прямые трансляции смотрят 600 миллионов человек. Спасибо, Яндекс, очень ценная информация. Да, вот, лучше бы ты эти 600 миллионов человек пригнал сюда. В свой Яндекс. Чтобы иероглифы в чате были. Да. Это как раньше в рыбалке. А вот. Что там, она на китайском была раньше? Сейчас расскажу. Давай. После чего? Этого самого. А, катсцена, господи. Шаулинский мастер. Так, ну, телеграм-то, в принципе, уведомления нормально прислали. Господа, там... По ссылке ниже есть этот, как его, ссылка на Телегрумис наш, вот, можете, собственно, подписаться, чтобы оперативненько уведомления получать. Вот, в общем-то.
Ну, тем временем меня там только что китайская девчонка клеила. Да, ты думаешь? Mm, да. Так она сказала, если хочешь воткнуть штекер X в гнездо Y или наоборот, звони мне. А тем временем меня грабанули, и я бежу за этим чуваком. Ну, хорошо, хоть не в трусах. В любом случае. Хотя, не знаю, можно было бы, наверное. А у пьяного мастера разве штаны были? А я не... А в чем он ходил? Погоди, он только в этой, как его, в мешке в этом ходил? Ну, а не знаю. Сейчас посмотрим. Я не помню. Или в этих, в кальсонах. Вот в этих своих. А это точно Джеки Чан был? Да. Он фак показывает. Не, у него тоже какие-то эти штаны. Как кальсоне вроде. Или не. Или... Не, он в этих в белом подгузнике вообще. Вон фотка какая-то. А что-то хуй знает. Что-то вообще непонятно. Короче, в чем? Но да ладно. Это не важно. В любом случае. Сегодня у нас. А как его это зовут? Женьшень? У кого? Ну, вот этого. Вэйшэнь, Джэншэнь. Китайчонка. Ну, все, вроде этот, как он. В Яндексе вроде все пошло хорошо. Такси! Я. А чё? А такси не работает. Такси? Оно должно работать? У меня иконка не вскакивает. Ладно, поедем на... Выходной сегодня. Сегодня же воскресенье. Подожди, дай людям отдохнуть. Почему нет? Я буду этот, как его, на Good Game смотреть вот это вот все. Потому что задержка на Ютубе адская. Там, в принципе, можно в Яндексе посмотреть или на Good Game, или на Твиче. Вот. ВКонтакте я хуй знаю. Там, на самом деле. Насколько он задерживается. Так, поехали ставить жучок. Я камеру чуть-чуть подниму. Только ты себя поднимешь. Камеру. Да. Чуть-чуть подниму. А чтобы было получше видно. А то у меня половина этого туда-сюда. Запустил стрим, стримишь спокойно, потом иероглифы полетели, сидишь, пытаешься отвечать на все, а там в переводе написано: персики и кокосы не дружат никогда. А, так вот, у рыбалки на популярной площадке, они когда все сервера объединили, там они иероглифы в чате были. Ну, нормально так. А сейчас нету иероглифов там? Сейчас там вот чата вообще нет. А, то есть чат выключили? Да. Интересно, а почему? Я давно не играл, только узнал об этом. В смысле, ты давно не играл? У нас недавно же стрим по рыбалке был. Ну да, до этого не играл. Я уже не помню, когда он был, но он был когда-то недавно, вроде бы. Так я хотел еще раз попробовать перезапустить. Я на это внимание не обращал, потому что там чат нет. Так, ух, мне теперь тут... Кроу вообще перестал работать. А? Тихо, тихо. Что происходит? Ты какую? Ты миссию по захвату апельсина взял? Я не знаю, что ты делаешь вообще. Я жучок настраиваю. Ну, это полицейская миссия, насколько я понимаю. Нет. Это я прослушку ставлю на наше, это самое, базу. Ну, это... А зачем? Ну, мы ж под прикрытием. О, сейчас дом будет. Так, сейчас трубу выключу. И еще раз попробую включить. Взлом. Потеребите левый сосок, а потом правый сосок. Или как? Ну, как мне это очень. Так. Мне это очень напоминает взлом замка у машины во второй мафии.
А полиции дали мне. Не Тукей разработчик, это издатель там случаем спящих псов у этих. Вэй, мне нужна ваша помощь. Мне Тиффани пишет. Ой, Вэй. Ну давай поедем к ней. За помощью. I'm good. Listen, почему вы нет? I was thinking of dropping by Bam Bam to see you. Так, счет А. Включить. Мы идем на свидание. На свидание? На мотоцикле? Ты... Склею цыпу, да? Сяду на мотоцикл. И вот это вот все. А где она? А, вот она. Как метку поставить? Вот так. Что? И ничего. Будет камера, что ты делаешь? Камера мотора. Я смотрю на эту гадскую шавуху из перекрестка, и мне страшно прям даже смотреть на нее. Да, 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 давай я обзор шавухи из перекрестка. Ой, блин. Мне очень боязно ее жрать, хоть там и полкилограмма ее, блядь. Полкилограмма шавухи. Вот это вообще... Зачем ты же ее купил? Да, чтобы сожрать. И в принципе недорого. Вот в чем дело. Так, главное в анимации на решетке показывается, что уже болтики прикручивает, а герой только саму решетку ставит. Да. Ну, тут он это работает на опережение. На опережение. Это ресинхрон. Как-то действие опережает мысль или мысль опережает действие? Как там было? Я не помню. Мы сейчас петь будем опять. Караоке опять? А он на своем поет? На этом, на бурятском? Я не помню. Или на этом, на уэньчжэньшэньском? Блин, в клубе музыки нет, так непривычно. Заходишь, и ничего нет. Когда мы в клубе, женьшень танцуют. А почему ты музыку выключил? А не знаю. Могу, можно было включить. А я не знаю, там, по-моему, не прилетает. Но на каком-то том стриме, когда ты был в караоке, вроде ничего не прилетело. Ты промазываешь. Я сначала не понял, как на эту серединку попасть. А потом как понял? А потом я этот сосок чуть-чуть подвинул, он туда попал. Потрогал за сосочек. Я шоколад застегнул, блядь, получше. Смотри, сейчас сосок вывалится. Да? Да не, у меня футболка там, потому что я что-то вообще, блядь, замерз, как-то я... Не знаю, вчера вроде теплее было. Как-то сегодня что-то пиздец, у меня пидораси так, блядь. Да вообще пиздец, как холодно. Да. Вот, я хую знает. Может, я, блядь, закоровил, блядь, понацеплял там всякого за все эти годы в Москве. Может, я это, обезьянь оспа? Обезьянь оспа. Ой, блядь, анусный грипп, блядь. Какая жуть. Снова караоке? А, караоке, да. Кто слушает, скажите, он на английском поет или как? А давай я сейчас послушаю сам. Он просто рот открывает. Я не понимаю, что он поет. Он по-моему, воет там. Вот это вот. Все, там слов вообще просто не разобрать никаких абсолютно. Но он по субтитрам попадает. Походу, он на английском поет. Ну, хрен его знает. В той же Якудзе, например, на японском надо было петь. Он на субтитрах поет. А чё, в Якудзе ты сам в микрофон должен был на японском петь? Нет, это так же дрочить надо было, чтобы ты попал. В камеру? В камеру, это потом. Чтоб я не заработал. Потом, это в конце игры. Она мне хлопает. Конечно, кто ж пел-то? Блять, она на осу похожа. Сосу. Сосёшь? В сосу, блять.
Ты не хочешь, говорит, чтоб я спела, сидя у тебя на коленях? Она это, шлюха или проститутка? И, блядь. Ну, она владелец клуба, насколько я помню. Готовься, говорит, сойти с ума, я профессионал. О май. Он там заорал на фоне еще. Заорал на бурятском. Надпись на табличке. ГГМО. Нефритовые статуэтки будут появляться на вашей мини-карте. В коробке вот эти... доступны новые песни. Это нефритовые обезьяны, что ли, вот эти вот? Ну, там они разные животные. Там все. Так, вот звук есть, да. Музыка. 12 обезьян звук, да. Музыка на 6. А почему-то музыки не было. Тогда. А что-то не знаю, может... Что-то сломал. Ты вот ты на меня все время гонишь, то что я игры ломаю. Вот ты теперь сломал игру. Вот как тебе такой поворот? Да ты можешь в Defective Edition. Музыку вырезали в Defective Edition. На английском поет, там же сабы есть. Ну а хрен его знает, знаешь, сабы могут быть английскими, могут быть испанскими или еврейскими, но он-то может петь на любом языке. Вот возьмем даже этот, какой-нибудь Kingdom Come, там как бы его по-английски, если брать английскую озвучку, его, как его там кличут? Генри, а в сабах он Индрих, или как-то так. Тигарь, да. И вот это вот все. Поэтому тут как бы хуй угадаешь. Вот. Ну, я, наверное, все-таки с чешской озвучкой буду играть, чтобы был все-таки Индрик. Вот. Когда я дойду до этого Kingdom Come. Вот. Еще Максим должен вообще Ведьмака пройти первого на польском языке. Не будет Ведьмака. Пошли они нахрен. Ну или я попробую на языке оригинала играть с тем. Я вообще, я случайно кого-то сбил, и теперь за мной полицейская Кия гонится. Полицейская как карета. Звук-то был, он же пищал что-то там. Он не пищал, он, по-моему, выл просто. Вот это вот. Это искусство, ты не понимаешь. Искусство? Искусство. Ну да, блядь, постоял, повыл, а потом пошел петушествовать по городу, блядь. Нет, он это в девку вошел. В девку вошел? Ну, у них же на коленях сказал, спою тебе. Не, ну это дело-то, конечно, хорошее. Сам так делал на прошлой неделе. Пел на коленях? Нет. Ходил. Не, ну, блядь, и, конечно, было бы интересно посмотреть. Ой, жуть. Блин, Трово, ты будешь работать вообще сегодня? Или не очень? Да, давай-ка я еще раз попробую перезапустить его. Ух, оторвались. Может быть, оно заработает. И я нашел где помолиться. У нас же теперь на мини-карте все отображается. А как туда попасть? Молись кокосу. Ведьмак на польском языке? Ну, типа, да, он же это как... Они же поляки, собственно. И оригинал, это... На языке оригинал, это получается на польском. Собственно, вот я и, может быть, попробую продолжить Ведьмака уже на польском языке. Вот. Ну, там просто забавненько это все... получается их язык в целом, так что нормально может быть. Чё взорвалось, блядь? Вов на Twitch зачем-то пришел, ну привет тебе на Twitch туда. Да. У меня только что гейпад так провибрировал и где-то на заднем фоне что-то взорвалось. Это Вова к тебе подкрался, блядь. Ущипнул. За заляшку, да. Пощупал. А как пройти туда, чтобы помолиться? Вот это я не знаю. А вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Чтобы помолиться. Чтобы помолиться, да. Богу машин. А тем временем меня опять на свидание позвали. Кто? Это... девка из магазина. Которая клеилась.
Тоже неплохо. Все думали, что они там того самого, а на деле было такое. Она села ему на колени и начала петь «Миллион, миллион, миллион алых роз». Из окна, из окна, из окна. Видишь, стыдно. Кстати, да. А это, короче, оказалось Пугачёва после пластики, да? В Израиле. Или где действие происходит вообще, блядь? В Гонконге. А, кстати, да. Есть предложение, тут петушиные бои рядом. Так а мы же были на каком-то стриме уже. Мы на первом стриме были. И проиграли. В петушачьих боях где-то. О, блядь, нихрена, тут взрыв был. Почему? Почему проиграли? Я же сказал, на кого ставить. Поэтому проиграли. Тут что-то взорвало. А ты не загоришься, братан? Он горит внутри. Не сбивай меня. Он полыхает. Ужас, что происходит тут. Убегу я отсюда на петушиные бои. Как оно, Паш, разобрался треугольник? Нет, ну почти. Ну, не знаю. Короче, уже особо похер на самом деле. Потому что понятно, что нихуя не будет. Так что... О. Драка! Поэтому я уже, можно сказать, практически в открытую говорю обо всем об этом. Сегодня. Ну нахуй. Так, чё вы охренели, денежки? Где они? Вон там светится, денежка. Иди сюда. Деньги. Тряпичные кеды, да, держал в ящике. Так, подожди, я хотел запустить трое еще раз. Попытаться, по крайней мере. Вроде, подожди, на каком-то паза-паза-том стриме он вроде тоже не работал, а потом что-то в какой-то момент я его включил, и он как заработал. Не знаю, давай попробуем. Так, давайте ставки делать. Ой, чуть-чуть мигает все. О, победа, я... один черный петуч. Че, черный петуч? Не, давай, а тогда теперь не петуч. Давай белого петуча. А мы не на белого ставили? Мы по-моему, мы в прошлый раз на черного ставили. Или на белого? Давай на черного ставь. Сколько? Че все мигает? Полторы тысячи. Полторы тысячи тенге. Вот, может быть, сейчас повезет. А ты сколько заработаешь, если... Понятия не имею. Неизвестное количество тугриков. Нет, ровно нихуя не работает. Ой, мы победили. Во, видишь, я ж тебе сказал, как надо делать. 3000 рублей заработали. Ну, видишь, как хорошо. Так, надо бы найти что-нибудь, такси или машину, лучше такси. И как отсюда выбраться, конечно. Или машину, или что, или кого. А такси это не машина, или что? Ну, на такси есть водитель, который тебя повезет. В куда? В куда-то. В куда-то. Так, а можно по живописному маршруту как-то? Так. Я сюда добежал, отсюда не выбраться. Так, ой, там 11 минут назад. КВТ, заходите, пожалуйста. Я, кстати, сегодня убрал вот эти вот штуки, на которые авторские права прилетают на топовый донат и на этот, на серединный донат. Вот. Тебя не было слышно, потому что мы все слушали донат. И в итоге мы ничего не услышали. Кто что сказал? Я понял. Сейчас я прочитаю. Кто сказал? Я сказал или он сказал? Кто сказал? Или донат сказал? Мы никого не могли разобрать, кто что говорит. Короче, этот, я топовый донат убрал, звук, и это, в середине, где, или ниже середины. Короче, там на два звука прилетал этот авторские права, поэтому...
поэтому убрал немножечко вот это вот все. Так, и сейчас зачитаю. Так, получается, КВТ, да, спасибо за 300 шекелей, спасибо за поддержку. Конечно, таким способом. Павел, кажется, я тебя видел на театральной в четверг. Ты был с дамой, Шуша Пупс, Чатбуль. Шуша Пупс и Чатбуль, естественно, господа, ваше здоровье. Если это был четверг утро, то да. Я, ну, как бы был в четверг утром, я как раз по саду возвращался, я там встретился, собственно, да, с дамой. Вот, ну, скорее всего, она, наверное, была, да? Ну, напиши об этом где-нибудь в комментариях или в донатах. То да, то да, это был я. Вот. Но мог бы подойти, кстати говоря. Вот я там и внизу, и наверху был. Я не знаю, правда, где ты меня видел, в метро или на земле. Вот. Но в любом случае, спасибо и привет тебе тоже, да. Что происходит, Максим? Я еду сдавать нефритовую статуэтку. Бутылки. И я угнал машину. А сейчас я решил подраться. Нет, я не буду драться. Не хочешь? Я думал, там помолиться можно, а оказывается нет. Помолиться Богу машины. Почему? Почему бы нет? Так, я все-таки заебу второго тем или иным способом. Так, давай его сейчас... А его удалить-то можно? А, можно. Так, удалить связь с Трова. Трова удалить? Удалил связь с Трова. Так, настройка. Войти в Трова. Я не знаю, может быть он через какое-то время... Может туда-сюда шить? Так, что изучать будем? Залом ноги, вот давай. Залом ногой. Ломай ему вот это вот самый отросток. Да, блядь. А вот, блядь, а оно все равно не работает, я не понимаю почему. Ты хрен бы с ним, да? Да, ёбаный рот. С этой травой, в принципе. Да, доставай быстрей. Да, доставай флягу. Бухать будем. Биться будем. На косяках. Да ёбаный рот. Не, ну а чё бы нет? Да ядрить тебя направо. Да и чё, хватит на нём издеваться? Я под утро в очередной раз чуть не помер с сахаром в 30 с хуем. Но это я могу. Я периодически у меня организм пытается отъехать куда-то в туда. Вот, но я его реанимирую. Периодически, когда желание есть. Ты сейчас проиграешь все. Не, я всех выиграл. Или всех проиграл. Залом ноги изучена. Так, куда поедем? На... Можно к девке поехать, да? А можно на задание? Но это я не знаю. Так, трову попозже мы включим. Попробуем. Давайте на задание, но надо сначала перед этим чаю пойти выпить. Принять ванну, выпить чашечку кофе. Это же китай, кукой кофе, чаю. Наливай пуэрчикой, лысый брат. Пуэрчикой, надо китайского, да, на движуху сразу пойдем. Мне тут сказали, что пуэр пьют, типа, что вот взбодриться. Ну да, он бодряет, ты не знал, что ли? Вот это разгоняющий чай. Вот если он. А что тогда меня он не разгоняет?
Потому что ты какой-то хуёвый пуэр пьёшь. Хуя себе хуёвый. Не, нужен пуэр не такой, который в магазинах продается. Нужен другой пуэр, если вы понимаете, о чём. Какой? В таблетке? Нет. Такой. Такой и не это, как он не продается в магазинах. А где он продается? Он продается у людей. Вот. А в каком магазине ты видел пуэр? Пуэр? В чайном, наверное, есть пуэр. Но это, опять же говорю, это не такой пуэр, он прям такой очень слабенький. А вот прям натуральный, такой вот прям отличный китайский пуэр, вот он прям, ну, действует, знаешь, прям, ну, блядь, как амфетамин буквально. Как спиды, амфетамин, вот это вот всё. Может, это ты неправильно пуэр пил? Может быть, это не пуэр? Нет, это был пуэр, на самом деле. Это был натуральный пуэр. В фольге, в брикетиках, фасованный. Да. Вот, не, ну, был, это нормальный пуэр был. Прям вот натуральная китайчина. Так я тоже скажу то, что не хуйня был. Это к тебя ж не разгоняет, что ж тогда? Ну, не знаю, я там пару таблеток нахуярил, спокойно все. Сожрал пару таблеток пуэра, блядь. Поэтому я теперь это со вкусом всяким беру. Потому что просто так жрать не прикольно. Ну и ужас. Так, что у нас там? Сейчас будем стрелять. Ты на первом стриме хотел, чтобы мы стреляли. В кого? Или что? Что мы будем стрелять? Сигареты? ГУЛАГ. ГУЛАГ? В ГУЛАГ. Там по постеру ГУЛАГ был написан. Это все вот так. Как-то так. Спасибо, Уэй, ты лучше всех. Кто? Уэй Жэньшэнь? А что он делает? Я потерял вкладку с Good Game. Мне сначала показалось, он в пятнашку сел. Откуда он нашел пятнашку? Ну, не знаю, поставили так это. По старой памяти какие-нибудь братья-китайцы из Москвы. Так, обновлю-ка я, пожалуй, Яндекс. Шелен. Шален. Жэньшэнь. Эндрю, что ты делаешь здесь? Где Реймонд? Это что-то, что я хотел сделать. Ума Шэньшэнь. Или, блядь, откуда это? Я чуть не помню тебя. Откуда это? Из какого-то фильма, по-моему, было. То есть из какого не могу вспомнить. Вот прям совсем абсолютно и никак. Я хотел, чтобы офицер Шэн? Так, что это усатый? Кто это, дядя был? Это наш куратор. Шкуратор? Куроратор. Куратор. И мы теперь учимся стрелять. Короче, обувим оценку, типа... Не знаю, поставить кого-то. Мне, кстати, нужно отойти. Мне бы тоже, конечно, не помешало, но слишком занят. А то это самое, короче. ЛБ занять укрытие. Вот оно того же уже. Блин, чё бы как постоянно стопориться? У меня такой вопрос. Я не знаю. Сейчас про груз там вообще идет. Это очень странно, как минимум. Ну не знаю, возможно, это у меня только. Это у тебя постоянно что-то не работает.
Да, еще скажи, это Windows 7, блять! И это тоже, да. Меняй на 10, меняй на 10. Блядь. Так, Linux. Linux, да. И что мне, блядь, потом с твоим ссаным Linux делать, интересно? Ну чё это мой-то? А? А почему он мой? А чьей? Не, я ж его писал. А кто тебя знает? Может и ты. But he couldn't get a clean shot, so he pushed forward. Вот я. Бонди-то выстрелом. Мы бонди-то. Гангстери-то и вот это вот все. Keep going. Come on. Убейте двух бандитов выстрелом из укрытия. Зажмите ЛТ во время прыжка. Постоянно сыто пьяно. Правильно ж так, вот так там пелось. Ты верен? Я вообще нисколько ни капельки. Стреляйте по шинам. Пизда вам шины, ебаны. А сколько мы сегодня стримить вообще будем? Вопрос. Да, до утра. До утра, блядь, зав понедельник вообще-то. И чё, тебе ж не на работу. Блин, мне с записями вообще-то, я с Ерехоном же так и не работал, мне надо с записью поработать, еще поспать надо, еще похмелиться надо, не знаю, я еще не придумал, что еще мне нужно сделать. Ты будешь делать все, кроме записей. И Seventeen. Да, кроме записей Seventeen. Блять. Легкие выплевываем, может, в натуре в Москве эти. Сука, за все эти годы, проведенные там, понацеплял коровирусов, теперь помру через два понедельника. Вот, так что Максима вы, скорее всего, будете видеть гораздо чаще. Ну, в основном его. Уходим от погони! Если только меня кремируют, вот, и Максим будет показывать эту урну со мной в камеру. Вот. Чё? Да. Я напишу завещание, чтобы меня кремировали и отправили к тебе это самое посылкой. Урной. И ты будешь. Да. И ты будешь меня показывать в этом. Да. Так что все нормально, как бы. Все решили. Все в порядке. Сейчас, а тем временем, сейчас мы драться будем опять. Да, я отойти хотел буквально на 2,5 минуты, потому что очень надо. Вот. Максим пока будет повествовать об игре. Максим не повествует почему-то об игре. Я занят, я дерусь. Ах ты сука. Сейчас. Да нихуя, блядь, что ты делаешь, придурок? Не убивай меня. На тебя, сволочь. На, бля. А где тут коп изображен? Я не пойму. А, он застенка, поэтому ничего не так. А, вы деньги охраняли, я эти деньги уже забрал отсюда. Короче, зря дрались мы. Так. А, поехали тогда на зеленое задание. Там сказали то, что... А вот где чуваки красные стоят? Я их хочу отпиздить. Ой, тем более там я ни разу не был. На, блин! Ой. Ой! Тут копы, иди сюда. Сюда иди, блядь. Не пойду я туда, там копы. Мы ж только что тут стрельбу устроили. Ой, да пошел ты нахрен. Ну иди сюда. Чё ты трёшься там, а? Ну, давай. Ух, нихуя. Оп. Бля, еще со взломом. Ой.
Блять! Очень неудобно. Так, это на 17. На клаву с мышкой, я помню, это было намного удобней делать. Да ебаный ты рот! Вот. Вообще неудобно. О, там еще опять красные чуваки, но там полиция. Тут везде. Давай-ка свалим лучше отсюда. О, гонка. Нет, будем гонку гонять. Так, мне вообще надо пожать перед этим всем. Потому что за реген ХП нам понадобится. А тут есть мороженое. Так. Давай сюда свою мороженку. Давай, реген ХП мне. Dog I shut up Winston's mother's restaurant tonight. Pamela, do you say who they are? Winston, I just heard. Aye. Your mother? She's fine. Why are you beating me? Killed. A couple customers were wounded. The police are there now. Wait, wait. He went after your family? Hello? Everyone's outside. What did you say? I should fight. Listen up! We're hitting a sweatshop on the floor. Trucks move to that place. It's how he makes his money. I want it burned to the ground. Siwa runs the operation. Put that hump guard on in the shadow grave. Don't turn my gear. It's over. Winston, are you sure about this? Of course, I'm fucking sure. Look, what's the chairman gonna say when he finds his warehouse floating in the ocean? He's not gonna like it. Что-то происходит на экране. No way, dog guys walks away from this. So burn the warehouse, but take Siwa alive. Put him to work for you. Максим Дудонин и слушает что-то. Да. Okay, do it. Дудон Дудоныч. Мы пошли кошмар наводить, короче. Кошмарить всякое. Вообще хотел спасать перед этим. Сходи, я пока тут посижу. Блять, нихрена, мы едем, ёбну рот. Посижу. Кто-то из нас стал французом. Я чуть-чуть троу включу. Может быть, оно заработает. Может быть, и не заработает. Не могу знать. Я пока австрийцем еще немного стану. Еще на стакан. Так. Короче, я ставлю на паузу. Беги скорей. А то не донесешь, уронишь по дороге где-нибудь там. Ой, тров заработал. Ничего себе. Ну, пускай. Пока что. Работаю. На взади вообще какая-то лютейшая задержка. Я пока буду чекать задержки. Взад задержка лютая. Но в остальном вроде не так критично. Вот я на самом деле вообще не очень понимаю.
Что вообще происходит в этой игре? Есть Вэй Жэньшэнь, есть Гонконг, и Максим что-то там делает в этом Гонконге. Вот, пока для меня это остается абсолютной загадкой. Прям вот вообще. Вот, но если я завтра с похмелья выживу, вот, я, наверное, все-таки Seven Sins буду монтировать. Вот. Ну, по крайней мере, я постараюсь начать монтировать его, хотя бы продолжить начать. Я не помню вообще, где я там остановился, но я вроде что-то я начинал делать. Вот. Но это не точно. Вот совсем. Вот. Еще и SSD-шник подкинул, так что все должно быть гораздо проще сейчас. Так точно. Так точно, да. Я донес? Очень доволен. Что донес, не потерял. Не расплескал по пути. Так, едем дальше. Сейчас мы будем сжигать завод. К корешам едем? Или не к корешам? Наоборот. Блять, мы стали корешей убивать. Ну, кто его знает, этого Жэньшэня. Ух! Большое ухо. Эй! Блядь! Зачем ты ему по яйцу? Нас сосредоточиться. Сосредоточиськи. Ну, почему бы и да. Уличные псы. Поднимите вверх это самое. А, я ж тебе сказал, трое заработал. Нихуя, блять, нет. Нет? Ну, он заработал. В общем, я не знаю, короче, непонятно зачем, но... Короче, факт остается фактом. О, сейчас, по идее... О, смотри, я как пьяный мастер бегусь. Сейчас. Что только я... Почему ты кувыркаешь только? По воздуху причем. Как-то это задерживает. Воздух слишком густой. Ой, нихуя. Он мне там кувыркался, как он. Только что. Кувыркался? Где-то там. Где-то там. Надо кого-нибудь сжечь. Ну. Ты в инквизицию подался средневековую? Мне кажется, вы и Жэньшэня бы в первую очередь, сука, сожгли. Потому что он не похож ни на кого. Смотри, сейчас будет печку кто-то гореть. Нужно больше китайцев. А почему он туда его не закинул совсем? Не знаю. Это было бы очень жестоко. Это нормально. Чё, о, бля, смотри нахуй, как он махает, полный рот. Как этот, как он? Шан Цунг? Лю Канг? Или как его там? Как Джеки Чан, бля. Как пьяный мастер, у меня ж его костюм. Кто там из Китая-то, блядь, посылки присылает этот? Шан Цунг, да, по-моему? Самсунг, чё? Самсунг, блядь. Как кому чё присылает? Да блин, я где-то заказываю какая-то всякую хуйню. Да, там этот, написано Шан Цунг, короче. Посылка от Шан Цунга. Так, у кого-то нож был? А, пойди мне сейчас. Сейчас будет стрельба. Будет кровь и будут слезы. Да? Так. Ой, 12 минут назад. Мука, заходите, пожалуйста. Шушу Пупс чат Буля, наша церковь великолепная. Seven Sins, да. Шушу Пупс чат Буля.
церковь наша прекрасная, это абсолютно точно. Спасибо за 777 и Seven Sins я помню, да. Абсолютно точно, когда-нибудь я, ну, никак, когда, я уже, слышь, я уже который месяц говорю, блядь, завтра начну, да? 7 лет? Лет? Или, может быть, миллиард лет я уже говорю, да, это дело. Скоро начну, блядь. И вот это вот скоро уже сколько, год, полтора? Не знаю. Продолжается. Я вот что-то прям вообще не очень помню. Лет миллион. Миллион лет. Как он нам писали, да, вот этот. Вэй Жэньшэнь. А интересно, как это будет на китайском? Вот это миллион алых роз? Или как там было? Я вот не очень помню. Вот. А вообще, а есть интересная такая песня на китайском? Не знаю. Почему ты не знаешь? Ты же почти китаец. И нигер еще к тому же. Нига. Как это ты не знаешь? Почему ты не знаешь? Не, ну они же... Не, если... Подожди, а кто там... Кто фанаты Цоя? Китайцы или корейцы? Прям вообще... Русские. Не, ну это понятно. Эти... Они же там концерты на своем языке там... проводят на этом, на бурятском, я не знаю, китайском. Я первый раз от тебя это слышал. Да не, я просто как-то видел где-то, как-то по телеку, не знаю. Вот, и... Или не по телеку, не помню. Короче, где-то я видел. Вот, и... А почему с Пугачёвой такого не может быть? Чтобы это на китайском языке это все дело делали? Такой вопрос. Оно же может быть, ну, теоретически же, ну, возможно же такое, по идее. Или нет? Я тут пытаюсь воевать. Короче, подвожу итог, Seven Sins, если я завтра выживу... Не буду делать. Ну, выживу это я в любом случае, вот, но может быть что-то такое и быть. Т-3-2 раза заходи, вау! Пожалуйста. Давай еще раз! Ай, блядь! Я запутался кнопкой. А там музыка какая-то есть? Не было. Я вот что-то не помню, блин. Но я увидел. А подожди, там же другая картинка вроде была. А, ладно, 3-2 раз спасибо за 1-2-3 за молчание. Собственно, если 3-2 раз молчит, значит, все хорошо. У нас происходит, как обычно. В общем-то, да, спасибо за поддержку. И что у нас происходит вообще? Почему Джеки Чан? Что он сейчас делает? Ну вот, чувак, который выпрыгнул, мы за ним вообще пришли сюда. Сейчас так. Я гонюсь за ним, чтобы за ляжку ухватить. За ляжку? Не, ну почему бы нет? Так, и интересно... Все вокруг взрывается. А, я горю! А, подожди. Где Яндекс? А, вот не Яндекс. Не Куда пропали вот эти интересные факты о китайцах? Яндекс, что за хуйня? Давай, соберись! Это очень важно, наверное. Я не знаю, но он периодически какую-то хуйню присылает, и не очень понятно зачем. Вот, ну, пускай. Пускай так оно. Мы его догнали. Кого? Я вообще, я не понимаю, что вообще происходит. Я же тебе говорю, мы за этим китайцем сюда пришли. Когда ты мне это сказал? Блядь, уже месяц сейчас. 3000 назад? Да. И мы вот, пытаясь вытащить его живым, прикрываясь им одновременно. Я, знаешь, вот я глобально в этом сюжете вообще нихуя не могу понять. Ну вот, вот там был расстрелян это ресторан нашего босса. Don't move. Shit, I said, don't move.
Нет, подожди, давай с самого начала, то есть... Мы, получается... блядь, под прикрытием. Все. Ну, под при... Ну, раз, два, три, семь. Этот, как у нас... Игра вообще о чем? То есть есть Вэй Жэньшэнь, он работает на местную полицию, он внедряется в эти, в ряды аутистов, в смысле якудзы или что там у них. Чё помимо якудзы? Как его? Блядь, какая мафия? Триада? Ну. Вот. Он внедряется туда, непонятно за каким хуем. Ну, интересно, за каким? Ну, ладно. Я так понимаю, чтобы кого-то посадить. Вот прям максимально как-то посадить куда-то на бутылку. Далее. И он начинает работать на этих триад и попутно работает в полиции. И то есть полицейским он не должен попадаться. Ну. Непонятно почему, опять же. Ну, вот, чтобы вроде... подозрений не вызвать, нет? Почему-то всех не отпускают, а его отпустили. Ну, блять, мало ли... Чем он там заигрывал со следователем товарища. Не знаю. Вот этого я точно не помню. Вот, мне этот, в цепуре, это, золотой наш босс. Ты мне лучше скажи, на каком моменте мы... полтора стрима назад закончили, когда 5 часов сидел. Ты же, блядь, за сюжетом следишь. Я последние годы вообще нихуя ни за чем не слежу. Я не понимаю, что в этой жизни происходит, а ты мне про сюжет этих... как у True Crime Гонконг. Она же так называется? True Crime Гонконг? Нет. Last of Bikers? Нет, не Last of Bikers. Мостов байкерс где-то там. Кстати, а что-то давно этих байкеров у нас не было, да? Прям как-то максимально давно. Еще надо хромак повесить. Вот. То его как он меня победил, я его больше не вешал. Я боюсь с ним бороться, потому что он меня может опять победить. Так, итого у нас два улучшения полицейских и триад. Каскадер не надо. А чё? Глушитель с дульным тормозом пока не надо. Глушитель с дульным тормозом? А почему нет? Я не знаю, зачем он нужен. Так. Неожиданная замена. Нацельтесь на противника и нажмите А, чтобы перепрыгнуть. Ой, вот это охуенная вещь. Не? О, тут красный есть. Ну, в смысле, не коммунисты. Очень жаль. Почему не почему? Не бить же их. А этих надо бить. Я их уже бил пару раз. Можно и оставить. Как коммунистов-то не это, ни в коем случае. Нет. Мы же советские люди. Вы о чем? Там сверху тоже есть. Но их я тоже опизюлю. О, сейчас на букашку поедем. Получили пиздулей. Так, пойдем к Гефке, наверное, да? Какой? Не Пинг. Я... Не Пинг? Ну, которую предлагал штекер ей вставить. В разъем ее. В какой-то из них. Вот я так думаю. Ты чё творишь? Я ничего. Пьяница умер. Пьяница умер? Через два понедельника, да. Миссия провалена. Мне нужно просто отвести его подальше. Так, на какую кнопку его отпустить, я это не помню. О, опустить? Обезоружить противника открылось. Обезоружить. А вот, нашел кнопку. Нашел так, кнопку. Только я теперь букашку потерял. Букашку? Блин, и у меня все эти
бонусы пропали. Теперь надо заново. Удар дракона выпить надо. Кстати, у меня пистолет. Удар дракона? Или это этот, как у... Или это подножка дракона? Как это? У меня есть вот, пистолет. Вокруг, я помню, короче, такой это, прием был еще когда-то давно. Ну, на сейчас есть МДВ, там на месте такое, вокруг себя, типа, крутится. Вот ты вот, о чем? Подножка дракона, это же вот этот удар дракона. Или не вот этот вот удар дракона? Кондиционер, что с тобой, брат? Кондиушен. Мы до часу будем стримить или нет? Нет. До пол первого? Нет. Да, без 10 часов. Мы будем стримить до утра. Не-не-не, я не вывезу. Столько. Я поспал 5 часов, короче, сегодня. Ни хрена себе ты. Вот. Обеззаразить противника, да. Фактически стерилизировать, стерилизовать. Или как это по-русски? Ой, блядь. Тут, блядь, иди сюда, гнида. Он уйдет посредством суицида. А мы за денежками вообще-то пришли. За денежками? Хансуй. Это дело хорошее, это дело важное. Прям вот совсем. Где такси? Ёбаный рот. Какое такси? Красное. С этим, как... Кто в такси снимался-то этот, блядь, как он? Луи де Фюнес? Ну, явно не Вин Дизель. Вин Дизель? Нет. Блядь, как его звали-то? Вот этого. Николя Насари, Насири. Насасари, блядь, не помню, короче. Вот, зови его, короче. Где все такси? Ёбаный рот. Сейчас он тебя быстро подвезет куда нужно. Ой, я нашел такси. Fallout? Че? Fallout или Flatout? Или ты о чем? Ты о чем? А, была же игра такая, Flatout, про гоночки, не путать с Fallout. Да, была. Вот, еще про гоночки была какая, это, помню, что-то это, Burnout Paradise, или как это было? Было. Я его так и не прошел. У нас, по-моему, когда-то давно был стрим, году в 12-м, наверное, или в 11-м. Еще на ЯТБ. Вот. Еще вот так где-то в то же время видеорасписание один раз вышло с стримов и больше не выходило. Вот, не знаю почему, но почему-то. Вот, не знаю, возможно, надо будет это дело как-то воскресить. Вот, но еще бы нам знать свое расписание. Вот это вот. Самое лютое и непонятное, наверное, в жизни. Это расписание стримов у нас. Вот, никогда не угадаешь. Как, когда что-то начнется и когда что-то выйдет. И когда я начну монтировать Seven Sins. Пять тысяч на Микуний взяли или что за НК? НК, я не знаю. Может быть, на Микуни. Куни-лингусов. Так, я переодевся. Надо поспать. Не разовый кунилингус. 5000 раз. Мне понравился Fallout 2, шикарно... А, Flatout 2, шикарно смотрится, играть интересно. А я вот не помню. Ну, я помню, я в какой-то Flatout играл. Может быть, кстати, во второй. Это было, ну, скорее всего, во второй. Назад. Может быть, в первый. Я не знаю. Я ж старый, как и этот самый... Как мир. П-
по этому тут тоже хуй угадаешь, как в какой я играл. И у меня же еще и память хуевая, я же еще и нихуя не помню. Поэтому я могу путать игры, я могу путать фильмы, я могу несколько фильмов в один собрать. Поэтому тут тоже непонятно. А о чем я вообще говорю, блять? Я тебя просто не слушаю. Ой, кто-то чихнул, тут у кого-то коронавирус. Вот, да, может быть и у меня, кстати, в том числе. Не знаю. Покатался. Вот, так, дело сорви головы 2, направляйтесь на недостроенный участок дороги. Сейчас на букашки поедем. Мы не жалкие букашки. Супер ниндзя, черепашки. Или чебурашки. Или как там было-то? Я не помню. Черепашки. Юные таланты. Туда-сюда. Да? Охуеть. Охуеть. Вообще пиздец. Чуть аварии не случилось. Учитель дал уроков самогон. Или как там? Я не помню. Чё он там давал-то? Пиццу? Самогон варенье преподавал. А, или это в Гарри Поттере было, я что-то не помню. Чё они там в это, со самогоном же варили-то, а? Где? Ну, в этом, в Хогвартсе, в этом самом. Нет? Не самогон варили? Я не знаю. Ну, в этих, как бы, ведрах вот в этих. С этой хуйнёй, блядь. Лапшу, блядь, варили, блядь. Да шарак заваривали, блядь. Не, ну почему нет? Нихуя как закладывай. Закладывай вираж. Что, куда, зачем? Я не знаю. Конь говноцарь? Че? К чему я это, блядь? Ой. Я не знаю, да и очень трудно понять, о чем я вообще говорю. Мы следим за кем-то. Юные таланты туда-сюда. Учитель самогон дает все шикарно, ну да. Я бы там тоже учился бы. Вот если бы мне давали за это самогон. Так приходи ко мне учиться. Паять, да? Ну, вот зарплата самогоном. Не, ну это, конечно, хорошо за это, за самогонем-то запаять. Не, а когда-нибудь я до тебя доеду, наверное, все-таки. Да. Когда-нибудь, если не помру через два понедельника, конечно. Вот, а это все очень туманно. Вот, но был бы с ним. Вот. Так. Архидемон, заходи, вау, пожалуйста. Давай еще раз. А дракон выйдет погулять. Да почему эта картинка-то? Там же другая должна быть. О, не помню. Что за картинка такая? Вот я тоже не пойму, чтоб я такую ставил. А, так там же это, сместились же картинки. Я же вот этот топовый донат удалил. И удалил вот этот серединный, потому что на них авторские права начали прилетать. За картинку? Вот. Не за картинку, за звуки вот это вот. Это топовые донаты, и там музыка из ВВЕ, по-моему, идет. И вот это вот, что-то там про мани. Мани, вот эта вот хуйня. Мани. От 200 рублев-то, которая шла. Вот. И на них вот как раз последние вот эти вот 10 тысяч стримов, на них вот эти авторские права начали прилетать именно на эти два звука композиции. Вот, поэтому я их удалил и сместил немножко эти, как у меня, рамки денежные. Вот. А сейчас, и блин, я что-то даже не услышал, какой там звук. В любом случае, так, надо посчитать. Архидемон, спасибо за 150 шекелей. А дракон выйдет погулять. Дракон... ну, когда-нибудь. По идее, должен. А я думаю, мы его закончили. Так ни хрена мы его еще не закончили. Надо бы закончить. Там еще до конца сюжетки еще стрима 2, наверное.
примерно 2 стрима до конца сюжетки, а там же еще этот, как его, Эвейки, пробуждение, там же еще DLC, потом охота на ведьму, не, сначала охота на ведьму, потом пробуждение. Вот. Там еще какие-то куча DLC есть, типа Хроники Порождения Тьмы, еще какая-то залупа, но это мы все не будем, там сюжетно немножко важно, это только охота на ведьму, и вот ее перед пробуждением, там может быть один стрим на час сделаем, а может быть я просто отдельным видео это выкину куда-нибудь на Сергунис или Гамгунис, или может быть в Яндекс просто, хер его знает, посмотрим. Вот. И чё, и ну да, и первая часть закончится. Ну, пробуждение, оно, конечно, короче. Там сколько мы часов, 60-78 наиграли. Вот, как в Драконьей Кости, в Origins. Хуй знает. Короче, у меня, блядь, пиздострадашки мои, когда закончатся, тогда и дракон выйдет погулять тоже. Вот вы в том числе. Короче, не ждите. Да не-не-не. Рано или поздно это закончится, наверное, я не знаю. В общем, пока что так, да. Спасибо за поддержку. Пока у нас этот, вот, Sleeping Dogs, этот, Сидаджи потраченный. Что еще было у нас? Не помню. А, ну и все. А, и Иерихон я начал же. Неделю назад. Вот. Ты должен был за стрим пройти. За стрим, но не получил. Мне ж понедельник нужно было в Посад ехать. И как бы так. Вот, сейчас не знаю. Сейчас, может быть, я в пятницу опять уеду. И? Я думаю, когда я приеду, может быть, в понедельник приеду. Я не знаю, это, ну, в целом это не от меня зависит, потому что, ну, там надо решать вопросы. Да, а поехали мы тем временем на свидание опять. Ну, кстати, папаша тут предлагал нам это, стрим-хату сделать по ремонту хаты. Да, у меня же в это, как, ну, в Сергиев Посаде квартира осталась, и, блин, а там ремонт надо делать, и там пиздец, там ремонт на лям, наверное. Кстати, вот все, что, вот все донаты, которые были до этого, и которые вот сейчас приходят, они все туда в ремонт уйдут. Это вот, кстати, да. Он уже там провайдер нашел. Да, я уже провайдер имею. Диво провайдер какой-то там этот такой, я хуй знаю, там правда скорость ебанутая. Так, кто такой конь говноцарь? Я не знаю, почему мне это в голову пришло. Я опять же говорю, не обращайте внимания на то, что я говорю, блядь, у меня сейчас это, у меня крыша едет, у меня пиздострадание, у меня крыша едет, я сейчас под всем, чем можно, нахожусь и. Так что я могу всякую ересь. Хотя, по-моему, это мое обычное состояние. Я всякую хуйню парю, блядь. Погоди. Эта миссия была уже. Я помню эту миссию. На стриме приходили же уже. Объясняю еще раз. У нас был стрим Sleeping Dogs 5-часовой. Там 5, почти 6 часов, да, Максим? Наверное. Потом... 6? 6. Потом Максим сломал себе хард вместе. Нет, с ты мне его сломал. Нет, не я. Ты? Это Вова. Это Вова. Паша мне сказал, давай возьми с собой ноутбук, раз ты в деревне едешь. Чтоб мне одному не стримить. Да, 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 да. И он похерил все сохранения. Зачем по. Ой! Привет! Кстати, рад видеть. Зачем по 100 раз одно и то же на Ютубе? Зачем по 100 раз одно и то же проходить? Неужели День сурка в отсутствии развития — это хороший выбор? Я вот чуть ранее рассказал. И у нас потом мы пытались догнать, там часа 2 поиграли. И это нулевой стрим. Теперь это стрим 0-0, когда мы еще раз пытаемся догнать то, что было там. И потом, наверное, будет 0-0-0, а потом стрим 2 номер. Как-то так, наверное, это все называться. Яндекс все еще работает, хорошо.
пока не знаю. Так, что за квартира, сколько комнат? Ну вот, осталось. В общем, в пятницу буквально, ну, у меня старый родственник помер, собственно, бабка умерла, вот, в пятницу кремировать. Вот, и, собственно, вот квартира. И, собственно, вот ремонт надо делать, чтобы там хотя бы... Я 3 дня там, блядь, побыл, 3 дня. Понедельник, вторник, среду. Я охуел. Там ни горячей воды, вообще нихуя нет, блядь. Раковин на кухне не работает, толчок, блядь, разобран весь. Горячей воды нет, все, блядь, стены, все облупливается, полы все провалены. Холодно, ебануться. Вообще, мне кажется, вот я там и заболел. Я, короче, все 3 дня на кухне с обогревателем фактически сидел. Ну, просто фактически в обнимку. Вот, и вот там в двухкомнатной квартире ее надо ремонтировать, там пиздец, там все надо делать. Вообще, просто все, блядь. Так, я не слышал, да. Что там это... рассказал про мой хард? Какой? Мой хард? Мое сердце. Ой. Что я рассказал про твой хард? Что ты его сломал и вместе со своим сохранением? Так вот, я сейчас расскажу правду, как все было. Ой, я человека задавил. Да, я подкрался и размагнитил его тебе. Паша говорит, я не хочу один стримить. Возьми с собой ноут. Ну, я взял этот хард с компа, вынул. Ну, точнее, другой. У меня это, так как это хард 2007 года, ему не понравилось то, что в системе что-то поменялось. И он сказал, до свидания. Я не буду больше работать. Работай сам. Вот я, блин, старался, восстанавливал. Ну вот, ни одна прога не видит то, что было пару дней назад. Зато он видит там все, что было с 15-го года записано. Все игры мои там, Skyrim, вся фигня. И можно было полностью восстановить, без проблем. А именно... О, а что тут? А именно то, что было пару дней назад, вообще ни одного не было. А чё тут ссылка на разбор полетов 25 лайф, то стоп-гейм делаю, я не знаю. Чё? Давай удалим. Это на гудгейме. Я не знаю, что она там делает. А чё за разбор полетов? Не знаю. Я тоже понятия не имею, о чём. Ну, пускай. А это стоп-геймский, что ли? Да, скорее всего. Так, чё ты от меня хочешь, братан? Брат, братан, братишка, когда меня отпустит? Да, мне бы тоже хотелось бы знать, сука, когда меня отпустит, блядь, от этого всего. Куда мы идем? Найдите вот, таксофон. Вот, вот Максиму заебись, вот ему вообще вот похуй, что происходит там с ним, около него, а мне похуй, и все, блядь, и сидит он в этот Sleeping Dogs играет. А ты, я, блядь, ты о чем? А у меня полный пиздец, и, сука, я сижу, пью ликер, пью пиво и жру валерьянку, блядь, вот эти 600 миллиграммовые, которые мне, сука, нихуя не помогают. Ты о чем? О чем? Я не знаю, о чем. О чем? О чем? О том, то, что тебе насрать на все, блядь. Я к нему уже... прихожу, говорю, Максим, вы учитель, блядь, научите быть похуистом, как не нервничать, блядь, как не переживать. А я просто спокойно. Да, а похуй, все, блядь. Да, сейчас похую. Все, блядь, это у Максима вот так. Восстановить файлы нельзя, спрашивают. Вот, не получилось, я где-то неделю, наверное, пытался, сканировал там всякими прогами, к которым вообще никаких проблем не было что-то восстанавливать. Да ёбаный рот. Вот, а тем более эти сохранения у этой игры без какого-либо расширения, и даже поиск нормально не может сделать фильтрацию по расширению определенному. Фильтрация, да. Фильтрационная штука. Зачем мы за девкой следим? Что случилось? Случилось всякое.
короче. Вот. Я Максима в это самое заебал уже своими пиздострадашками. В том плане. Чё-то я не понимаю, что в игре происходит, кто кому изменяет, зачем изменяет, и при чем тут мы? Все как в жизни, блядь, практически. При чем тут я, Паша? Почему я должен страдать из тебя? Не знаю. Вот, понимаешь, изменяют со мной, а страдаешь ты, как бы. Вот, а потом еще я страдаю, блядь, потому что мне кольцо вернули, сука. И вот это вот. Да опять ты тут, что ли, сука? Чё тебе надо? Вот это вот, если вкратце, что происходит. Поболтать за 6 лет не можешь забыть. Я себе просто завел второй аккаунт и что-то смотрел в списке. Решил поздороваться, не более. Чё такое? Нельзя здороваться уже? Я имею в виду в телеге. Поздоровался и все. Вот. Да это не только. Ладно. Зачем нам понадобилась эта мадама? Какая? Какая мадама? Подожди, а что происходит? Есть ли в игре? Я что-то не понимаю. Я знаю то, что она у нас на коленках пела уже. А кому? Mm-hmm. Че, кому изменять, я не пойму. Мы следим за кем-то. Ой, блядь, пиздец. Вообще просто. Ну, следим, так следим. Нам игра подскажет, что нужно сделать. У меня Рит уже другие пиздострадания. От вот этих вот наших я уже давно отошел, так что не переживай. Вот я-то думал, ты меня еще ненавидишь до сих пор. Может быть, я это около правды где-то близко. А, в игре как? А что в игре? Следим, да, точно. За которым мы следим. Да, да, понял. А кому она изменяет, я не понял. Что за дичь? Кто? Кому? В игре или в жизни? Ты о чем? Я запутался, у меня потерялась грань. Сейчас о чем мы говорим? Мы говорим об игре или о жизни, блядь. Ну знаешь, и игра как жизнь, вся хуйня. И сейчас же этому женьшеню тоже кто-то должен вернуть кольцо, вот эту вот баба, да? Сидящая у него на колени. Так. Вот она с чуваком встречается. Не целуется. И чё? И чё? Ударьте Тиффани. О, ща, блядь. Я уже бегу. Уже туда-сюда? На нахуй. Ты кто? Уговори. Так, у нас разборки какие-то. О, чувак ушёл. А, она типа нам изменяет, что ли? Типа мы с другой девкой там были. Ну, похоже. По чам еще, блядь. Молодец. Вэй Женьшень, он слаб на передогу. Так, то Седаджи, заходите, пожалуйста. Вау, давай еще раз. Это был гром. Здарова, мои нигеры. А что там вообще за звук? Вау. А? Вау. А, вау, давай еще. А, ну тогда нормально все. А, здорово, мои нигеры. Сидош, спасибо за 150 шекелей. Здорово, нига. До тебя мы доберемся, мы о тебе помним. Эй, не надо, таксист, блять, дебил. Мне надо было, чтобы он меня подвез. Да, извини, братан, че? С кем не бывает. Ну, типа да. Вот, Сидодж, до тебя мы доберемся, как только так сразу мы. А? Да, не надо гонку говорю. Сидодж не потраченный, все-таки.
Я просто не понимаю, какие мне выводы надо делать. Откуда? Да, вот. Павлика кидает, Павлик страдает и не делает. Я хую знаю, что мне вот. Не только Павлик страдает, а еще Максим-то страдает. Максим вот, тоже потому страдает. Потому что Павлик его заебет. Да. Вот, чё мне это самое, вон, с Максимом пойти в бар «Голубая устрица», да? Та-та-ра-та-та-та. Какие мне выводы мне надо делать? Я не знаю, вот, допустим, вот, совершенно. Подойди к ней, леща, да, и он уже, по-моему, удал, да, подошёл. Было написано «Ударьте, Тиффани», я подошел, леща дал два раза еще. Осуждает окон. Написать в 3 часа ночи абсолютно, да, после того, как... Так, везде в ЧС... Так, второй-то номер у меня не в ЧС. Вот. И у тебя его вообще нет, поэтому я по контактам. Просто это... И не только с тобой, кстати говоря, я поздоровался, так что... Я просто общительный. Вот. Да и в целом много чего поменялось. Да, ну, можешь ты и этот закинуть. Я-то больше... Я посмотрел, ты со мной не хочешь здороваться. Думаю, ну и ладно. Не хочешь, не хочешь. Тогда больше не буду писать. Ну вот, я аж это самое. Кукуха у меня не течет теперь. Нормально у меня все с ней. Почти. Да, Максим? Тебя научить хотят кидать меня в ЧС. Тебя? Да. А что тебе в ЧС накидать? Я не знаю. Чтоб я тебя пиздостраданиями не заебывал, наверное. Так, что там? Не знаю, мы Шарлосон нормально смотрим в это время. Да, кстати, в ночи этого шарлатана, Лазерсона, обзоры на него в ночи смотрим. Так, надо чай попить, да? Конечно, понимаю, что на Ютубе это слово ничего не делается, но для Твича это расизм вроде как, поэтому осуждаю. А, про нигеров? Вот, может быть. Мне можно нигер говорить. Нига. Вот, Максим сам нига немножко. Да и в любом случае, насрать на Twitch. У нас там еще где-то второй канал валяется. Так что, если что, посрать, на самом деле. Вот, совершенно. Так. Мы инкассаторов пошли грабить, караваны. О, еще и Сашку приприла, ну молодец, чё. Я не знаю, чё он, блядь, он уходить не хочет. Хотя ему говорю, блядь, я вообще не понимаю, как можно так жить, когда ему в лицо уже говорят, что тебе, блядь, всю дорогу изменяли, и последний раз на прошлой неделе, в том числе, блядь. И, как бы, хуй знает. Ну, нравится, пускай, мне уже похуй. Пускай там варится в своем этом ебанизме. Как бы. Дед Солч. Герой-пришелец, он делает дела и не поднимает стульчак. Да, кстати. Стульчак надо поднимать и опускать. Я, блядь, не знаю, мне, сука, за те еще 7 лет рефлекс, блядь, привычка, блядь, выработал. Всегда опускать эту херню. Так и живу. Что был с бочкой сейчас? Что с бочкой было? Да там бочка взлетела. Я еще на самом деле хочу отойти, потому что нужно кое-что. Уже ж ты ж только отходил. В смысле? Я час назад отходил. За это время анумиссию сделали.
Я не виноват, что ты целый час. Чё я целый час? Проходишь одну миссию. Это я виноват, да? Ну, блин, ну не я ж. А чё я ж? Купим машину. Да? Какой-то корыт купил, короче. Купи этот электропетуш. А тут еще не было петушей. Еще не придумали электропетуши, да? Ну, не знаю, кто это придумал. Но ему и явно отдельный котел в воду приготовлен. Ты их заебался чинить? Нет. Ну просто это очень опасный хер. Ну ты думаешь? Я знаю. Погода игрового Китая приняла нашу погоду, одни дожди идут. А я, кстати, хер его знает. А сегодня был дождь? Нет, сегодня было пасмурно, прохладно. Я не знаю. Два раза на улицу выходил. Не знаю, что там. По крайней мере, в районе Москвы сегодня вроде ничего не было. Вроде как. О, кажется, мы дошли до того, чем на чем закончили тогда. А это что за второй китайчонок? А это ж наш братан. Да? Наш друган детства. Это ж ты ж на превью. О, я котейк, который в очках. А ты ж голову наши не хочешь ставить? Говорит, я не могу. Не можешь. А я что-то да, не думал, там просто котейки стоял, я котейки поставил. Получается, чё? Не, сегодня дождя точно, по-моему, не было. Вчера я ходил, вроде тоже ничего не было. Куда ты ходил? Вчера? В субботу. В пятницу не помню, вроде тоже. А вот в четверг дождь был. Ну, по крайней мере, в Москве. Ну, это зависит от того, во сколько ты вообще проснулся. Не, я из посада в четверг, я в 6 часов уехал, я в это, в 9 часов я в Москве был. А вчера у нас суббота была, с субботы я вообще не помню, что было. Я тоже не помню, что в субботу было. И все, что я помню, я пошел на работу, я работал один. Вот, и как раз, да, вот на театральный мы там вверх выходили, и там дождь был. Вот, я еще промок. Немножко. Но надо думать, как бы. Хотя у меня зонт был. Вот, я не знаю, почему я им не воспользовался. А ты с вами в пижмаке был? В пижмаке, конечно. Наконец-то он пригодился, да. Наконец-то, да. Зачем нам эта машина про инкассаторов? Типа просто бабок поднять. А, там типа с нашей бандой триады и как его там мафии что-то не поделили, теперь надо их грабить. Пока они не будут делиться денежкой сами. У меня был маленький дождь, но обещали ливень. Да они много чего обещают и ничего не происходит. А вышло, спрыснуло что-то и все, ну да. Просто что-то сикнуло сверху. И все. Ни больше, ни меньше. Вот. Ну, да, не знаю, может быть вечером, кстати, что-то это здесь шло. Сейчас пойду за пивом посмотрю, ну, в смысле, в окно посмотрю. Сейчас я-то сегодня запасся всяким и пивом, и ликерчиков сладенького, вкусненького взял прям вообще. Вот. Правда, он отвратительный, но он сладкий, поэтому... Поэтому как-то так. Там заставка, ты замолчал? Что? Эй, Уинстон! What's wrong? You look a little pale, man. К какому-то старшему приехали на поклон. На ковер. Мы же там завод сожгли. Его? Завод? Не знаю. Но, наверное, в деле был.
Блин, надо, короче, знаешь что? Надо плашку замутить на ремонт. Миллион собирать. Ден, ну на сколько получается... Ребят, не, конечно, огромное вам спасибо. У нас за стрим что-то в районе 3000 получается так в среднем. Вот, и... Если... Блять, я это много недель буду собирать миллион. Не, ну, конечно, если свои докину еще. Ну, хотя бы полмиллиона собрать. Ну, ладно, хотя бы 1300 еще собрать. В принципе, можно ремонт делать. И вот Максим приедет. Вот, мы там организуем, прокинем провайдера, вот, и будете смотреть, как этот Максим перфоратором штробит стену нахуй. И буры ломать. Да. Хотя у тебя тут ремонт делал, надо было трассу под провод проложить. Давай перфоратом хуяри, хуяри. У меня хуяк нахуй буры отвалился. Ну, починил же. Ну, я бур... Как его починить? Ну, ну, в смысле, новый купил? Другой поставил. Доштробил. Уинстон won't mind in the slightest. Will you? О, короче, дед это как какой-то старший всей триады, хер знает. Как, какая у них иерархия. Две мафии что-то не поделили, а виноват во всем Сбербанк китайский. Поэтому грабим их. Ну, почему нет? Может уже и такое быть в целом. Трика часов за стрим? Ты почему часов? Трика шекелей? Почему часы? Или золотых часов? Как они были-то, эти... Кто? Ролексы? Или как это, Монтана? Вот эти вот часы, помнишь? Монтана — это краска. А? Монтана — это краска. Киска. Хуиска. Киска. Циска, киска. Так, я хотел в этот самый слить всякого. Уже 15 минут сижу и не отхожу сливать всякого. Да, вообще ты офигел. Да. Так, а мы пока поедем, поработаем на этого деда. Как его звать? Вроде дядюшка Фо, если не опутаю. Так. И мы должны какую-то девку тут перехватить, насколько я помню. О, денежка. Так. Hey, Roland Ho? Who's asking? Roland Ho. My name's Wei Shen. Wei Shen Shen. Ah, Wei. You got friends in high places, my boy. I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Dog Eyes has been asking for trouble. I remember when I was like you, always looking for a fight, ready to kill anyone who so much as looked at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad unless you know for a fact someone else is gonna back you up. Hierarchy is the only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old timer. So, when can we get to work? Okay, big man. What Tyler didn't just derivichok. Patsy Wing. Bad luck at Mahjong. You'll need this. Collect what she owes. Давай, поехали, ёбаный рот, сколько можно? Чё за компания? Там, насколько я помню, мы должны какую-то девку перехватить. И при этом устроить большую стрельбу. А, в натуре дядюшка. Большое облегчение.
Так, поехали. Там рыбчик по радио. Ни хрена. Так. Чё-то издалека проорал. Если это красная машина, то получается это из банды Красного Пса. А как стрелять? ЛБ. Эй! А как стрелять? Блять, неудобно, сука. Как там этот был? Тимки, Вимки, Ляля По, дедушка По, или как его там? Кто из телепузиков, кто это из них был? Я телепузиков не знаю. Или это один чувак Тимки Вимки, или два разных было, я что-то не помню. А, я думал про время просмотра. А я хую знает. Я что-то в статистику не заходил давно. Про время просмотра. Ебанутые миссии? А о чем миссия? Чё за баба? Зачем мы ее должны поймать? Ай-ай! Полгода города разбомбили, сейчас поймаем, может быть. Иди нахуй. Так. Остановите машины Пепси. 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 Пепси Кола. Да давай, ёбаный рот. Пошёл нахуй. Who are you? Что ты делаешь, бля? Who are you? Ты должна денег кому-то там, чего-то, извини, говорит. Чё-то YouTube хуёво работает, вообще не грузит, нихера, вот абсолютно. Так, ну сейчас посмотрю, вот прошлый стрим по Sleeping Dogs, сколько он там набрал за время стрима аналитика. Часов. А он шел 3 часа. А я думаю, нахрен он бабу выбросил. Мы же должны были ее отвезти куда-то, оказывается, у него машина, машина наркота очень много. А он 9000 почти часов набрал. Прошлый стрим. Джерихом, что ли? Не, это по Sleeping Dogs я смотрел сейчас. Квартира центра. Роланд, сбор долгов. Одежда высший класс. В общем, посмотрим, одежда что за высший класс. Шейн, нам нужно встретиться немедленно. А еще один полицейский куратор. Не знаю, кто за что отвечает у них. Есть, короче, американец и китайцы. Не надо нам работать на какого-то деда, го работать на меня, у меня компания есть почти. Ну да, так, не, у меня есть видико, я его просто, нет, как его. Включаю, когда мне теги только надо подбирать. Максим, крикни ей, слющий, мадам, ты кто такая, почему ты нам нужна? Ты кто такая? В конце. В конце туннеля увидим свет. Ее надежду продают. Как до туда-сюда. Кстати, никому кольцо не надо. Продаю хороший колец за 8000 шекелей. Золотой
с каким-то камнем. Я не помню, как он зовет, как его зовут. Анфиса. Чё, Анфиса решил понырить? Да, кошка пришла. Чё орёшь? Чё орёшь? Анфиса. Хватит мучить кошку. Хватит мучить кошку. Сказала сама, она халат хочет. Отдай ей халат. Опять усы погрызем. Опять кокос кусы ей погрызем. Зачем? Ну, чтоб не убежал, наверное. Он типа самый большой, самый толстый. Чувствует себя этим, вожаком прайда котячего. И поэтому он ей усы грызет. Да, кошка. Котяточ. Котяточ. Ну, да, так-то мы добрались. Вообще, все. До туда-сюда? Да. У нас тут хата такая большая. Есть данные о нелегальных боях на секретном острове. О, это потом, это вообще в конце игры надо. Так. На секретный остров в конце игры? Да. Сохранится. А потом сохрани его в облако. В облако? Да. Чтоб ты мне опять не сломал хард-диск. И у меня диск теперь новый, ну почти новый. Я подкрадусь и размагничу его. О, нихуя у меня какой костюм есть, смотри. Сейчас, что? А это из этого, как она? Это, как она, Йобович или кто там снимался-то, я не помню. Игрок. Мистер Блэк. Мистер Тигр. Блин, мне понадавали костюм, который я одеть не могу, потому что мне авторитета не хватает. Тебе не хватает увлажнения. Ну, пошли в сайт Трущобу с таким авторитетом. Нам сюда еще рано. Сюда еще, да. Сюда еще не попал. Такси, брат. Отвези нас так обратно в наши трущобы. Дядя Ашот. Дядю Ашоту. К дяде Ашоту, да. Ну почему нет? Блять, на чем мы остановились в том стриме? Я вот вообще максимально не помню. Нихуя. Сейчас посмотрим. О, смотри, тут гонка собралась. Гонка. Так, прохождение номер раз, типа. Китайский городовой. 5 часов 46 минут стрим шел. Да какой? Первый? Самый первый. Sleeping Dogs. Ну, мы тогда в этот город пришли. Вот ты там где-то по площади бегаешь. Ну и я там бегал, пока там ты прощался. Да. Я говорил, нам надо еще там полчаса. Ты в шляпе там в какой-то бегаешь. Я думал, я сам в шляпе какой-то. Так, выберите транспорт. Так, на букашке вот точно не будем. Почему тут нет характеристик автомобилей? Давайте на этой. Какой-то псиный глаз там какой-то. Ну, псиный глаз у нас, это конкурирующая группировка. Вот ты где-то там. Чай пьет. Я? Ну, там, тут я заставку какую-то наткнулся, там, этот, не, там, дед сидит, короче, за столом, еще кто-то сидит, да, а, вот два деда. Дед, это дядюшка Фо. Вот два деда за столом сидят, чай пьют, вот оттуда ты дошел, к примеру. Ну, вот это только что было. А, значит, мы уже все, дошли до туда? Я тебе это два раза сказал. Да, я как-то упустил. А, значит, следующий стрим будет под номером 2. Ну вот, не будет 3 нулей. Да, 3 нулей не будет. Так что, в принципе, за сегодня план-то уже выполнен, так что можно попозже. Минуты через полчаса.
закругляться будет. Какие полчаса? До двух будет стрим. Ну, почему до двух-то? Вот стрим уже 2 часа идет. Вот 4 часа будет. А почему 4? Время час уже. 57 минут первого. Тебе завтра на работу? Я завтра много дел хотел сделать. Ну, поспать, да. Проснуться. Во-первых, да, во-первых, поспать. Вот. Во-вторых, хотелось бы очень проснуться и не помереть, блядь. Вот. И дальше хуй знает. Это мне завтра на работу. Ну, тогда тебе тем более спать надо. Да, это сон для слабаков. Так-то. Ракеты мы тут были. А чё они пляшут там стоят где-то? Они меня бить собрались. В машине, блядь? Догонять тебя? Анфиса, чё ты воешь там? Чё-то кошка воет. Не понятно почему. Давай открой мне дверь, что ли? Так, где бабки? Где бабки, китаец? Я за ним бабки, пришел. Сука, бабки, да? А где бабки? Не зря же они тут стояли. Мне еще по полкилограмма шаурмы надо сожрать. Да, жри давай, мы же собрались, чтобы посмотреть, как ты шаурму жрешь. Нет, шаурму я... Да не волнуйся, это не шаурма Лазерсона, ничего не будет. Пробитие дна не будет. Не, из перекрестка я тоже очень опасаюсь, потому что с 20-го, по-моему, на 21-й год, вот этот Новый год, когда был, вот, я, короче, траванулся, ну, помимо всего прочего, я слизистую себе сжег каким-то дешманским шампанским, 2 бутылки упорол в себя, вот, потом... поел что-то салатов вот как раз из перика, а покупал-то я их 28 или 29, по-моему, да, 28 я покупал, а годные они были до 30, а сожрал я их 1, и, короче, у меня желудок охуел просто от всего, и потом я очень несколько месяцев на таблетках сидел, восстанавливал себе это все. И вот... Поэтому тут тоже очень как бы... А до какого числа одна годна? Ну, блядь, здоровый поебень. Вообще просто полкилограммовый. До 23 числа. Так уже жрать надо, написано. Да, короче, давай жри быстрее. Годен до 23-го, 5-го, 22-го, до 8 часов утра и 0,7 минут. Ужри, давай. Упа... Изготовлено 22-го. О, кстати, свежее. Вчерашнее. Сегодняшнее, вчерашнее. 8 приготовлено, в 9, почти в 10 упаковано. И, блядь. Короче, хуй знает. Очень боязно, на самом деле. Короче, мне до 8 утра получается сожрать. В идеале. Вот. Но это не точно. Возможно, я ее сожру послезавтра. Давай. Ну и же потом. Потом. Как-нибудь поповича. Ты решил просраться, да? Все выплюнуть из себя наружу. Внаружу. Все внутренности. Че, ловится, что ли, рыбка? Без лиски, да. Он тут рыбу ловит. Без лиски. Без лески? Да. Так это... Может быть, у него воображаемое. Почему бы и нет? Надо Tele2 вставить вместо Билайна, посмотреть, что там. Во второй в телефон. Мы же дальше по сюжету не идем, да? Я не знаю, куда мы сейчас идем.
Ну, по идее, если другой стрим это под вторым номером будет, то сейчас сюжета не должно быть. Ну тогда да, показывай. Ну, можно, можно другие задания повыполнять так-то. Ну повыполняй, например, пока еще у тебя. У тебя есть еще минут 15, наверное. Вот лицейская миссия. Бля, потому и, что... по-моему, это гонки будет тут. Потому что, наверное, все-таки до половины, потом. Потом я не знаю, что хочу. Вооруженное ограбление. Нам нужен спецотряд. Уничтожьте нападавших. В кого? Куда? Нападавший с улицы. Так, надо пощелкать по-всякому. Я, блин, я что-то не помню. Я что-то хотел посмотреть еще, а что-то и не помню. А чего арест, хотел? Арест, говорит. Задержите подозреваемого. Иди сюда, блядь. Сейчас он тебя укусит за ляжку. Не двигайся, вы арестованные. Блин, что-то не помню, вроде... А фильмы какие-нибудь выходили, нет? Может, я что-то хотел посмотреть из новых фильмов? Когда? А, что? Да хуй его знает, когда, блядь? Как, мне когда дали SWAT 1. За все эти 10 тысяч лет, может быть, что-то все-таки выходило. Вот. Или может быть, ничего не выходило. Хер его знает. Так, и... Раз, два, три, заходить, пожалуйста. Музыка и GTA. Три минуты назад это было. Раз, два, три. Спасибо за 3-2 раз. И за молчание в том числе. Да, да, спасибо. Так, сейчас будем драться опять. Удивительно, да? Вот. Раз, два, три. Это тот же 3-2 раз. Я опять же говорю, если да, он молчит, значит все идет хорошо. Так, как там надо было? Перепрыгивать. Угу. Нацельтесь и А. Окей. Вот так вот. На, смотри, как он перепрыгивает. Нацельтесь в ИА? Или куда? Вот смотри. Это акробат. Зачем он так прыгает? А зачем тот пригибается, чтобы он так прыгал? А, блядь. Будь меня кто не ударит, не? Те сзади подкрадываются, за жопу схватить хотят. Ну, он такой китайский, городовой фактически. Блин, я не помню, как этого мужика-то толстого звали, который в этом снимался-то, в китайском городовом, который еще с этим Жеки Чачаном. Не знаю, но актер хороший. Актер хороший? Да. Ты где-то же из его команды. Да? Ну. Я не помню. Ну я помню, он с ним там дофига где снимался, и в этом, по-моему, в «Доспехах Бога» еще, по-моему, да, снимался? О, ну, во всех его фильмах. Да? Ну да. А он живой еще или еще? А, не знаю, наверное. Я вот что-то не очень помню. Шесть минут второго. Ой, РБ, взять.
РБ где это? РПГ. А блять, сейчас сдохну, ёбаный рот. Ну, сейчас тебя пощупаю за всякое. Останет меня жирный. Ну все, я убег нахуй. Сейчас сдохну. Так это, иди в это, скушай риса. Там, там машина подвинула мотоцикл. А у него нет реген ХП, как бы? Реген есть, только не во время боя. Так бля, ты же в машине сейчас. Где реген ХП? У нас дискорд, там бой идет. А с кем они бьются? Сами с собой? Они меня ищут. Тебе 119 хинкали дали? Так, типа бой прошел и чё? А, во, зарегенился. Чё-то. Ну, типа боя нет, потому что. Так, теперь надо провод смотреть, куда идет. Он идет в землю. Удивительно. Сейчас надо теперь камеру взломать. Ну так первая девятка же должна быть, нет? Мне как красный, значит, не на своем месте. Ой, желтый. Так, три не было. А как это перебирать просто? Да. Так, три нету. Два, я не ставил. Вот, все. Уничтожьте находящихся вблизи бандитов. Не выполнен, заебись. А где их тебя найдут? Доступ разрешен. Подгузник минион. Осталось три хинкали. Или как там было? Это что сейчас было? Сейчас увидишь. Что это было? Как он на мотоцикл сел? Так, это мне надо где-то на Ютубе, наверное, посмотреть, как он на мотоцикл сел. Потому что там задержка. Вообще мне надо пожать. Вот почему у меня здоровья-то нет. Ха, блять, вот это вот, это трюкач. Да. Просто этот, как он? С этого самого. С Тибета. Сейчас пойдем пожрем. Да, не, не тут, а там будто бы где-то в Тибете. Ну да, так ему пожали, можно теперь обратно возвращаться. Да я бы тоже что-нибудь пожрал бы. А что ты пожрал? Шавуху в полкилограммовую. Я помню, я сегодня нихуя не жрал. Вот прям вообще за... Ни хрена! Это что такое, блядь? Откуда тут машина появилась? Ай, блядь. Внезапно. Ты видел? Да, это респаун просто. Да вообще пиздец. Ну вот, потому что, ну я там вчера в ночи что-то пожрал там пиццу какую-то. С какой-то хуйней. С этим, с хачапури по-аджарски. Я, что бы это ни значило. Там, короче, какая-то булка с яйцом и сыром. И это вот, типа, вот так вот называется. Вот. И вот в ночи, да, и больше нихуя не жрал. Только таблетки. Валерьяночные. Которые нихуя не помогают. Да уйди ты меня бьют из-за тебя, я не могу ответить им. Иди сюда, я не оставляю свидетелей, блять. Никто не уйдет от бурятского правосудия, блять.
Да. Мне все... Да уйдите. Вот тут банда какая-то. Принять ванну. О, да, давай пошли. О, смотри, они там что-то тренируют, стоят. Какао с чаем. Смотри, что там, какие-то упражнения. А нет, это левые бабы. Какие-то старухи. А что они делают? Я вообще за этими парнями. Шампанское по утрам пьют либо аристократы, либо дегенераты. О, ты же с утра это пил. А шампанское? Ты вообще. Че с утра я пил? Ну, с утра я пил, пока я спать не лег. Я спать где-то часов в 10, наверное, около 10 утра уебался. Всегда? И проснулся в 3 часа дня. Вот я говорю, я 5 часов поспал. Вот. И не помню, что потом делал. А, ну вот в 6 вечера в магазин сходил еще. Купил. Я не знаю, почему я ликер не пью до сих пор. Может быть, я его сейчас въебу, а может быть, я его завтра въебу. И мне кажется, если я сейчас ликер выпью, я вообще помру, блин. Но, скорее всего, наверное, я его буду пить сейчас. На тук пив допить и въебать ликер. У меня еще такое пиво, еще два пива, ну помимо ликера, еще два пива с манго. Манговое пиво из манго, пивной напиток с манго. Это как? Ну это так же как вишневое, только с манго. Пшеничное, кстати. Ну, я знаю хорошее вишневое, которое называется вишня в дубе. Вишня в дубе или дубом в вишню. В дубе ты потом будешь. Дубас. И что получается-то? Вот я что-то сегодня максимально помереть, наверное, решил. Чтоб завтра, я не знаю. И завтра, чтобы, блядь, максимально поспать, чтобы потом похмелиться, чтобы опять помереть, чтобы потом опять похмелиться. И так, блядь, до бесконечности, по всей видимости. Это будет продолжаться. Вот, ну а хуй его знает. Вот, если выживу. Вот. А еще Seven Sins надо монтировать мне. Когда-нибудь начать. Или продолжить. Или вот это вот все. Надо вообще сначала этот, как его, винду перекинуть на SSD-шник. Вот что. Десятку сначала поставить. Нахуй она нужна мне, твоя десятка? Там еще игр куча, которые на десятке не запускаются, которые надо продолжить. Это интересно, каких? Разных. 18 стальных хуев, например, блядь. Все, с ними уже закончили. Да? Ну ладно. Евротрах. Да все уже. Симулейшн. Чё, Евротрах не было еще же. Кого, блядь, не было? Евротрах. И чё? Как раз десятка нужна тебе. Не надо, она на семерке будет работать. Не будет она на семерке работать. Почему? Тогда ты будешь стримить Евротрах. Я-то тут. Я уже неинтересно Евротрах стримить. Почему? Потому что я нормально буду водить. А я что, плохо, что ли, вожу? А у тебя есть какие-то вопросы? У меня, по-моему, мое вождение прямо вообще замечательное. Перфекто просто. Безупречно. А чё не так-то? Нормально всё же было. В смысле, что не так? Все не так, да? Крякни. Кряк? Чё? Кряк. 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 Свина. Блин, я вообще в перекресток-то ходил сегодня, хотел... Чтоб свинью купить?
Хотел свину, да, хотел свиную шавуху там купить. Блять, она, конечно, отвратительная, что пиздец. С каких пор перебёрся шавухи-то продаю? Ну вот, я ж вот показывал, она там закрученная. Вот, но... Ты показывал когда? Ну, сейчас показывал. Да? Я её не видел. Наверное, занял, покажи мне. Сейчас, смотри. Вот, блять. Полкилограмма шавухи из перехуйска, блядь. А чё он запечатан-то? Ну, блядь, чтоб не испортился, наверное. Чтобы мы не обслюнявили, да? Наверное, да. Вот, и... Это курячий же, вроде. С курицы, да. Я, короче, я думал со свинины взять, ну, потому что, нет, это как он, со свининой как-то мы брали, вот заходили тогда еще это, вот, в том месяце, не помню, полтора, ну, короче, тоже не так давно, вот, но она не так, не такая, как бы, вкусная, вот, и мне не понравилось. Но в итоге ее Сашка сожрала, короче, откусил, блядь, говно какое-то, и сожрала всю. Замечательно вообще. Нет, там лук, блям, вообще очень дохера было. Вот, а скоро не... А этот, ну, не знаю как. Скоро... Смотрю ночью. Потом, если что, в следующем стриме скажу. Но она же, блять, она просто в лаваше закручена же. И он же не запеченный, как в этих шаурмячных же делают. И на этой вафельнице за это зашкваривают. Или как это... У тебя не пожарен, что ли? Нет, она просто, блядь, ты пожарен. Как ты его жарить будешь? Никак, так буду жрать. В смысле? А как? А на чем? Я так незаконно, сейчас за тобой там полиция выйдет. А на чем ее начать? Жрать нежаренную. Ну, блять, как. Знаю, в духовке пожарить. В духовке я не умею пользоваться духовкой. Квартира не сожги. Вот да, если я начну, я боюсь, блять. Спалю нахуй все тут, блядь. Поэтому... Как они, блядь, не жареную продают? Там же весь вкус из-за того, что она прожаренная, лаваш вкусненький. Ну, вот это вот я не могу знать. Как бы, что там за вкус вкусненький, с жареной или не в жареной. Вот я... Не, вообще, саму как таковую шавуху-то я вот тоже давно, по-моему, покупал. Вот сегодня давай мы с товарищем-то, я сегодня еще встречался. Вот. Я в перике шавуху взял, а он шаурмячный взял. И, ну, не знаю. Вот, в этой шаурмячной я не знаю. Я вот когда последний раз ее брал, и я очень потом долго не слезал с того самого. Вот. Либо это просто особенности моего пищеварения. Оно уже нихуя не принимает. Поэтому... Так, хуй его знает, товарищ майор. Что там, еще 10 минуточек? Надо до перерыва. До перерыва. Я вот уже очень терплю, но... Смотри, тут народ собрался на штук. Когда мы в клубе, женщина целует. ГУЛАГа? Водка ГУЛАГа? Очень такое себе. Пошли в клуб без музыки. Где лучше биотуалет у нас в клубе? Вот, или как там был? Что-то на фоне вроде играет. Или что, музыка заиграла? Музыка заиграла? Возможно, мне это показалось просто. Музыка. Как там? Нас связала. Ла-ла. Да. Ла-ла. Вот, я в прошлом стриме же, ты же эти, как они, стекла бил здесь? Я аквариум бил.
Потому что на первом стриме я забыл это сделать. А это надо было сделать? Ну, больше нигде не будет такого, надо. Это же прикольно. Там есть физика. Да, там рыба. Там только что рыба в камень заплыла. Рыба в текстуру. Провалилась. Застряла в текстуру. Смотри, сейчас эти синие в камень заплывет. А че он головой это туда-сюда? Вот увидел. Там музыка играет. Можно в караоке попить. А то, чтоб он опять там вылся-то стоял. И вот это вот все на каком-то там языке своем. Это явно он поет. А можно ему по щам дать, чтобы он не пил больше никогда? Bad case of loving you. А есть эти, bad nick, what you gonna do? Нет? А это Джеки Чан песни писал, нет? Не знаю. Это Шон был. Вон Шейн, да. Он о себе поет куда-то. Жень. Блин, надо пьяный мастер посмотреть. С Уиллом Смитом? Нет, пьяный мастер. Ну, он же там снимался, нет? Нет. А кто? Ты про Бронкс? Или как там? Крепкий час пик? Да, час пик. Не, в этом, в час со спики этот, как он, Крис Рок. Не Крис Рок. А Крис Такер, ёпта, о, ну, Нига Такер. А кто еще? А кто еще? Этот, Джеки Ники Чан. Ники? Ники Чан, да. Не знаю, таки. Или Николас Кейдж, кто там был. Так я же это, на Теле 2 тариф поменял. И что тебе пьяного мастера говорят, посмотрите? Мне Винк подписку дали. У меня тоже есть, только я там нихуя не смотрю. А, у меня не Винк, у меня Кион, блядь, какой-то ебучий. Так вот там это... Есть в переводе, в правильном, в переводе Гоблина. Пьяный сосмастер? Да. Там три фильма, по-моему, доступно в его переводе. А что, пьяного мастера три фильма? Нет, вообще три фильма там из общей подборки. И больше нету? Ну, доступных нету, надо платить, чтобы посмотреть. Что, за каждый фильм? Ну, или подписку покупай. Какую-то. А под пиписька сколько стоит? Да, миллиард тенге? Ну, можем все посмотреть. Сейчас там включится. Мне МТС тоже там, блядь, шлёт, типа, у вас есть какой-то этот хуён, а чё вы им не пользуетесь? Да, блядь, нахуй мне нужен? Мне всё, что нужно, я могу в интернетах посмотреть. Тем более он у нас, это, для сайта база с фильмами и сериалами есть. Смотри, чё хочешь, когда хочешь, блядь. Вот, смотрите ведущих Кион. Уже включена ваш тариф. Кион работает дома, на даче, в пути, везде, где есть интернет. Неоплаченная реклама. Кстати, ёбаный МГТС, МТС. Где наши бабки, блядь, за рекламу? Трафик в сети МТС не расходуется. Доступно включение до 5, чтобы начать скачать приложение по ссылке. И авторизуйтесь. Короче, а нахуй мне на телефоне его смотреть? Ебал я... Что смотреть на руки? Нахуя? Не знаю. Все. Будущее туманно. Давай, открывайся. У меня замок. У меня ВК типа махает, не открывается. Зачем ты ему помахаешь? Это он мне махает. Какие-то бабы полуквадратные. Понял. Вот я же говорю, у меня роутер. Что-то Wi-Fi отвалился, теперь у меня LAN-порт отвалился.
Кто? Ланфорд один. Зачем? Хули он отвалился. Покажи ему писку. Надо роутер менять. Роутер. Не знаю, может кто подскажет, какой роутер взять. Роутер как? Пишите в комментах. Бери Asus. Да откуда у меня 8000? Ты же мне за стриму не платишь. Блять, мне ремонт надо делать теперь, блять. А мне не надо. Ты уже сделал. Ну можно еще сделать. Мне роутер надо, чтобы стримить. Сейчас, вон, какой я покупал, блядь, в 17-м. Сейчас у меня это, МГТС-овский, этот гигабитный-то вот. Этот, как он, с оптоволокном-то который. А до этого вот у меня стоял, какой я покупал-то? RTN 12T, что ли? Как, не Asus, это вот, неоправданно дохуя стоит. Но зато работает хорошо. Ну, блядь, знаешь, и те, что подешевле стоят, нормально работают. Можешь этот какой-нибудь эту Зухель какой-нибудь взять. Зухель. Хуюксель. Зюксель. В принципе, почему нет? Или этот ой-вей. Хуй-вей, ой-вей, вот этот вот. Хотя у меня к ним доверия нет нихуя. У меня когда-то 20 лет назад был модем от Huawei. Угу. Домалинковский, блядь. Сука. Он так хуёво работал. Это еще когда через телефон интернет был, вот через домашний. 20 лет назад это было. Вот у меня тоже роутер ADSL-овский был. Ну, прикинь, ты если его нагружал, ну... Он грелся. Не-не. Очень. Если ты на дачу ты хера давал, именно поставил, например, файл грузиться, у тебя вообще все зависало. Очень странно. Вообще пиздец. Вот. Ну. Если, например, что-то грузить, у тебя просто отдачи никакой не было. Просто все зависало. Так, мне нужно слить очень важное. Да, что-то. Мне тоже так-то надо. И да, и у нас еще как раз потом минут 15 будет на завершение. Опять что? 15? А? Опять 15? А сколько? Ты уже говорил 15 минут назад. Я говорил полчаса будет. Да, почему ты говорил 15? Да, ну может быть 15. Не знаю, как, короче, сейчас это самое. Я побежал. Да я тоже. А то уже терпеть невозможно. Ты неси главное. Ты сам не попади. Не расплескай.
Хотя надо выпить чего-нибудь. Яблоко у него. И рис какой-то. Да давай, хватит пить. Поехали. Посмотрим, может где-то алтари остались. Чё за машина? Я на машине приехал? Давай на мотоцикл. Ох, ебать, как гейп отвибрирует. Так, может где-то алтари остались. Статуэтки вряд ли. Это они все в миссии попадаются. Так. Так-то мы тут все, наверное, уже изучили. А подожди-ка, мы уже все камеры, что ли, выполнили? Нихуя неожиданно. Я вообще не понял, что на прошлом стриме было. Но походу там мы все-таки камеры взламывали. Так, гонки, гонки не надо. О, там еще камера. Чё с тобой, братан? Так. И с вами, что ли, драться надо? Да нет. А где камера? Вон камера. Чё, взломать не надо, что ли? Потому что я вот могу здесь до него добраться. Да не надо туда. Да надо сюда. Да, блядь, давай. Ты уже с женщинами разговариваешь? Ну да. Чё говорит? Ебанутый, да. Чё говорит женщинь? Чё отвечает? О чём рассказывает? Заебись, говорит Дилан. Заебись, у него всё говорит. Ну давай камеру взломаем. Не знаю зачем. За свиной. Свина, свина. Свин-паук, свин-паук. Свин-паук, свин-паук. Без него мы все, как без рук. Может он сеть сплести? Нет, не может. Он же свин. Паук. Или как там было? Он страшный. Это самое. Туда-сюда. Ой, бля. Это была ошибка. Так, 6 пойдет туда. А сюда чё? Чё? 6, 8. Надо скоро завершаться уже будет, да? Надо накидаться всякого еще, блядь. Да? Зачем? Ну, не знаю. Я, наверное, все-таки ликерчик еще ебану. Жри шавуху заебал. Ну, с ликерчиком шавуху ебану. Ну, давай, мы все для этого тут собрались. Не-не, это мне, это в нестрима будет. Я уже так... 2.35 стрим идет, вот прям вообще хорошо. Вот еще два часа, в принципе. Какие 2 часа, кстись, блин. 2 часа у меня еще. Еще 5 минут. Какие 5 минут еще? Потому что все, мы уже дошли до туда, куда надо дойти было. А что ты моей машине делал? Блять. Ну, видимо, что-то делает. Видимо, стоит, да. Видимо, да. Папа, чему бы и нет.
там мотоцикл мощный. Склею цыпу. Ты люби, да? Сягу на мотоцыпу. И вот это вот все. Мотоцикл. Мотоцикл. Цыпел, цыпел. Зацепил. И залился подо мной, да? Мотоцикл мой, или как там было? Ночью. Остановите подозрительную машину. А какие у вас ноги? А, таран, ну, заебись. Тараном на мотоцикле. Очень здорово. Ту-ту-ту-ту. Ту-ру-ру. Что у нас получается-то? Нихуя у нас не получается, по всей видимости. Задержите подозреваемых. Каких подозреваем? Блядь, я уже вниз падаю спать, наверное, по всей видимости. Ох, нихуя, или электрошокером его захуяли. Откуда у тебя? Давайте. А, вон еще один. Женьшень, вставайся, сопротивление бесполезно. Или как там было? Оказывается, можно электрошокером хуярить. Литрошокером? Литрошокер это у тебя. Литрошокер. Джип полиции Гонконга. И 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов. Женьшеньских. Уай, женьшень. Уай-яй-яй. Ну, 3 минуты ты, назад. Ты когда будешь якудзу стримить? Я никогда. А чё так? А, не хочу. А зачем? Я вообще не знаю, что это. Якудза это игра. Якудзен. Ну, я. Ну, я как бы слышал, но я хуй знает, что это такое. Он поэтому как-то так. А где, так, что я говорил-то? 3 минут назад к Топе заходить, пожалуйста. Спасибо Гамгунису за это. Гамгунис. Да. Привет, еще раз спасибо за сколько? 200 шекелей и за поддержку в том числе. И спасибо Гамгунису за это, да. Спасибо ему. Вот, и мы как раз сейчас, вот, буквально через пару-тройку минут будем уже закругляться. А ты куда едешь? Да я не знаю. В закат? Ну и еще может что-то на карте отобразиться, там алтарь, где помолиться можно. Помолиться Бахусу. И уеду в закат, да, под Highway to Hell. Там, наверное, нет такой песни, да? Тут репчик. Репчик. О, вон еще вижу, где помолиться. Чувак, это репчик. Я нашел, где помолиться. Помолись, сын бурятский. Почему бы, да? Вот, я тут уже был, да и там... Помолился один раз на дом алтаря, а тут, оказывается, еще один есть. Ну, помолись еще одному. О! Алтарю. Вы нашли алтарь здоровья. Достигнут максимальный уровень здоровья. Ну, видишь, как хорошо под конец стрима. Можешь сохраниться пойти, или тут оно автоматически как-то сохраняется. Надо еще в облако загружать. Чтоб ты мне опять диск не сломал. Вот, загрузи на всякий случай. Ты вообще давно ее проходил последний раз? Кого? Вот этих бурятских псов. О, какая девка. Здравствуйте. Че, заснялась? Ну, или ты обычную проходил, дефектив, и ты не проходил? Или проходил дефектив? Дефектив я не проходил. А, ну, у тебя сейчас дефектив?
Это дефективно. Я обычно проходил, по-моему, когда она вышла. А. Ну, а такой, я в каком 12-й год. Да, 12, в 12-м она вышла. Ну, а потом дефектив. А я не помню, откуда она у меня в Steam появилась. Наверное, я ее купил. Потому что я не думаю, что ее раздавали. Да хер его знает. Может, и раздавали, потому что... По-моему, я покупал. Но по скидке, точно. Всякое же может быть. Получается, я на свой этот ебаный ноут скачал. Вот этот Defective Edition. И она у меня идет намного хуже, чем раньше. Ну, там же, наверное, что-то подтянули. Типа, графоуни какой-нибудь. Да. Не, вот хуй узнает. 44 минуты, давай доезжай до сохранения какого-нибудь и будем завязывать. За мной погоня тут какой-то до сохранения. Ну, отвязывайся от погони тогда. Ой, по мне стреляют. Тебя хотят взять за задничку. Понимаю. Не, только за задничку хочу взять. Я хотят выебать. Конкретно. За всякое, да. Потому что у меня второй уровень розыска. Второй уровень. Две звезды у тебя. Или сколько тут звезд? Ну, условно. Условных звезд. Я не понимаю, как это все это работает. А тут тоже армия, ветролеты прилетят, нет? Ой, я не понял. Так, где он же был? Этот Вэй Ума Шэньшэнь. Вэй Шэньшэнь Мэнь. Где там сохранение? Сейчас домой не, ну, тут, доеду. Тут хотя бы GPS работает, и на том спасибо. А могло бы и не работать совсем. Так что хуй знает. А чё я в маске? А? В шлеме там сидел в машине. В члене? Да, в члене. Зачем ты в нем сидел? Это что? Или придумал? На нем? А если спать игра сохранится? Не могу знать. Что там может у тебя сохраниться? Я а что не может? Можно еще вот так вот сохранить. Вот так вот. Песняры. Песняры? Песняры. Молодые мои кабаны. Или как там было? А можем завершаться, я думаю, уже, да? Че, мне вот это вот все опять говорить. Надо. Че ты, о чем? Я тебя вообще не слушаю. Я говорю, мне вот это вот все опять говорить надо. Кого? Вот, все, все совсем. Чего? Ну, то, что стрим подошел к своему логическому завершению. Логическому концу дошли мы до того места, где закончили первый стрим, то есть один стрим назад. Вот кокос там бултыхается, вижу. В общем-то, в принципе, продуктивненько все было очень, и всем спасибо за внимание, за донаты, в том числе ребятам спасибо, кто досмотрел до этого момента уже в записи. Огромная благодарность, что поддерживаете проекты, в том числе таким способом.
Вот, время уже 2 часа ночи практически по Москве, и следующий стрим, наверное, на следующей неделе, как-нибудь. Сегодня воскресенье, а завтра понедельник, не знаю насчет завтра, вряд ли, конечно. Послезавтра. Может быть, может быть, в среду что-то придумаем, потому что, скорее всего, вот к пятнице я уеду уже опять. Вот. Дом ремонтировать. Да. Не, ну там надо просто. Ну, и обговорить это все, и вообще все там надо. Вот, и бабку помянуть, там как раз где-то через неделю прах отдадут, там сказали, дней через 7-10 примерно. Вот. Так что во второй половине недели меня уже не будет, скорее всего, с четверга уже. Ну, так что попробуем, наверное, в среду что-то придумать, к среде, там, во вторник, в среду. Вот. И, ну, там дальше видно будет. Наверное, Иерихон, а может быть и не Иерихон. Может быть, Максим будет рыбачить, а я буду опять бухать сидеть. Ну, так-то твои через 3 месяца. Ну, да, но хуй его знает. А что там у тебя с Сан Андреас? Может быть, Сан, но может быть, Иерихон, хуй знает. Надо... Да, а Иерихон ты все равно не пройдешь. Почему? Не пройду, может ты быть, ты его тогда не прошел. Тогда, да, не прошел, и в этот раз я дошел ровно до того момента, где я, блядь, заглох тогда. Ну, вот видишь. Вот, может быть, да, может быть, не пройду, хуй знает. Посмотрим, видно будет, и... До следующего стрима или видео. Пока-пока. Берегите себя, своих близких. Ну, в какой-то степени. Да. Доброй ночи. Я закончил. Рад за тебя. И мы будем сидеть дальше пить. Да. Пока не нахуяримся. Не, ну, конечно, тоже вариант. Я сейчас этот самый ликер еще достану. Че там пьешь? Опять свое чешское? Не, какое чешское? Австрийское, блядь. А кто готовит? Там написано, наверное. Ты думаешь, ее готовят чехи, блядь? Я так не думаю. Я думаю, какая-нибудь Балтика там. Сейчас посмотрю. А где это написано, блядь? Ну, в этом, в описании. Алкоголь противопоказан беременным, кормящим детям, подросткам. Заболевание центральной нервной системы, других органов пищеварения. Не. Так. Видишь, тебе нельзя. Да. Я беременный, как кормящий, блядь, подросток детям. Младенец, да, блядь. Вот этот вот. С проблемы с пищевареньями. Да. Уродливый беременный младенец, блядь. Там в конце должно быть написано. Изготовитель ООО «Завод трех» в Сосенский какой-то. Юридический адрес Россия, Самарская область, город Самара. О, ну слушай, это рядом со мной. Адрес производства России, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Гая. Ну, это еще ближе ко мне. Вот, где-то там у тебя, видимо, этот самый, из порошка разводит вот это вот все. Не знаю, у меня вон это из соседней республики. Маме привет, хорошо, Рит, я завтра, наверное, созвонюсь с ней, потому что, ну, мне надо узнать, когда мне в четверг или в пятницу ехать, я не знаю, как прах отдавать буду. Вот. Созвонюсь. Ладно, что там? Заканчивать вообще-то надо, да? Или нет? И будем дальше сидеть бухать. Будем дальше пить, блядь, пока что. Я сейчас еще этот ликер достану. А мне закончилось. А за что ты... У меня самогон только есть. Доставай самогон. Будем бухать. Будем со самогоне херачить. Ой.
У меня упала бутылка. Блин, только в этот раз, наверное, надо утеплиться как-то поехать. Потому что я же вот в понедельник поехал. Посмотри погоду, что там. Может, минус 30 будет. Да, там все возможно. Да нет, там и дома холодно, пиздец. Вообще, вот просто. Вот я поехал в понедельник, считай, я что на себя одел? Получается, рубашку и пижмак. И все. И без трусов, блин. Ну нет. Рубашка, пижмак, ну, как бы сверху. И, блин, я... пока туда ехал, вроде нормально было. Туда приехал, пиздец. Там еще автобус не пошел, короче. Ну, хорошо еще товарищ встретил, он там с работы ехал на вокзале. Короче, его там это... случайно совершенно. Вот, что-то это, пока автобус ждали, что-то по перекрестку походили, там в этот, в Бургер Кинг зашли, я там какое-то говно купил. Ой, я не сомневался в этом. Говно купил. Так я целый день не жрал, и, блин, надо ж что-то было скушать. Вот. И мы, короче, приехали в этот, в село, в это, вот под Посадом, которое... Ты решили это, как, ну, ко мне туда зайти, заодно так это посмотреть, что там вообще в квартире. Вот. Ну, если там, естественно, на вокзале в КБ зашли, там всякого взяли. Вот. Но товарищ ненадолго, правда, заходил. А я там еще до утра пил. У меня это КБ рядом открывается. Ну, видишь, как хорошо. Я там ни разу не был. Точнее, был. Ни разу не был, но... Один раз в жизни, да. Ну вот, мы, короче... Зашли, что-то выпили, а там холодина вообще просто пиздец. Я там нашел, короче, какие-то носки теплые, вязаные, дедовские, покойного деда, еще штаны, бабкину кофту нахерачил. Там, ну, я еще футболку с собой взял, ну и футболку тоже пододел. Все равно холодно, нашел обогреватель. Вот, и на кухне его поставил. И вот я просто все три дня там на кухне фактически сидел с обогревателем. А что с котом-то в итоге? С котом сейчас дойдем до кота. И вот, короче, мы с товарищем зашли в квартиру. Блять, воняет саниной говном. Этот ублюдок шерстяной. Короче, он не в лоток. Блять, ну, в лоток, короче, он ни хера не ходил. Он целый абсолютно, как там мама наставляла ему. Вот. Не несет совнины и говнище. И вот он где сидел в одной комнате, большой, вот там и ссал, и срал, и пиздец, короче, там вообще, я хуй знаю. И пока я все три дня там был, он из-за дивана нихуя не выходил, он там за диваном сидел и сидел. Я ему даже этот, как корм в миску в коридоре, ну там сухой корм, три таза с водой, и в эту, как в тарелку я ему мокрого корма еще думаю, ладно, сука, можешь выйдешь, ночью пожрешь, пока я сплю, блядь, ну или утром, я обычно днем спал там, чуть-чуть. И нихера не жрал, и потом уже только вот перед отъездом, я когда пару часов подремал буквально, вот, я ему положил этого корма, и что-то это слышал, он там что-то бесился, бегал, и вроде пожрал еще даже. Но посрал все равно, видимо, где-то там в комнате. Вот. И мы этот, как у квартиру смотрим. Так, ну, мне аж самому интересно, блядь, что там. Вообще, я, блядь, за 5 лет первый раз туда приехал. Вот. Да, не за 5, за 7. Последний раз я в 2015 году там был. Это такая разруха вообще просто, пиздец. Спартанские условия, я вообще не представляю, как там бабка жила в этом всем. Вот. И это, смотрим, это, товарищ такой, говорит, слушай, идем. Я удивлен, почему у нас нет автоматов и ОЗК, блядь. Я говорю, а что такое? Ну, говорит, ну пиздец. Чистый такой, это, советский постапокалипсис. Припять, нахуй. Я говорю, ну да, блядь. В принципе, вполне согласен. Недалеко от истины. Там пиздец, там все вообще надо делать.
Я, блядь, в хуях. Ну вот сейчас это самое туда-сюда. Сейчас починишь-то. Да, стримы, только... ремонт. А это учусь ремонта один. Не. Я не поеду. Надо. Надо. Кто будет телевизор тут чинить? С собой возьмешь. Люди с сломанным монитолами ездят. Пускай тебе шлют сюда. У меня тут все оборудование. Ой, ужас. Так, а сколько стрим-то вообще идет? 2.56. Ну ладно, давай до 3 часов дохерачим. От запуска 3.03. Ну, я от Дзена отслеживаю. От Яндекс. Потому что он самый последний запускался. И вот я от него смотрю. Короче, хуй знает. Че, блядь. Надо, чтоб ты приехал, бурил, штробил вот это вот все. А с перфоратором, да? У меня есть это перфоратор. А бур есть? Не знаю. А ты чё бурить собрался? Так там, блядь, надо же это... Главное пробурить, да, не важно что. Там надо всё, там и розетки надо новые прокладывать, там вообще всё надо делать, блядь. Вот, бля, провод нужен ещё. Провод купим. Надо только миллион сначала найти, блядь, на ремонт. Там-то и на провод хватит, да. На провод там-то уже, блядь, как-нибудь выделим. С этого дела. Бля, единственное, что хорошо, батареи менять не надо. Там пиздатые чугунные. Вот это вот заебись. Я вот до этого снимал в соседнем доме. Вот да, там были вообще листовые нахер трубы. Ну, то есть труба идет, и там листы нахуярены. И чё, как грело? Хуёво по всей. Там, короче, диван стоял. Я так за диван заглядываю, у меня просто воздушный поток нахуй в ебло. Вот там настолько охуенно было. А на этой квартире я прошлой зимой чуть не замерз. А ты менял здесь, ну, батареи? Ну, у меня тут это, биметалл стоит уже. Ну, как камерные вот эти вот? Ну, большой биметалл, это белый. А, ну вот у меня такой же, вот здесь. Тут это, в стене хрущевский холодильник, я его этим летом утеплил. Зачем? Как этим, прошлым летом получается. А зачем ты его утеплил? Чтобы зимой не замерз. Чтобы не мерз, блять. Ну вот это замерз, ой, это зимой я не замерз, нормально было. А прошлой зимой у меня там картошка замерзла даже. Даже прорасти не дал ей. В смысле прорасти? Куда он это зимой будет расти? Ну, в пол. Как вариант. Почему нет? Растет у меня в деревне картошка. Засадили там всякого. А эти, как они, кряква, работают? Ну, улетают? Они сейчас на яйцах сидят. На своих? Ну, не на чужих же. Ну, не знаю. Они могут эти курячие яйца высаживать, высиживать? А им-то без разницы, яйцо есть яйцо. Главное на яйцах посидеть, блядь. Ну, часто бывает, например, у тех, кто у кого есть утки, у гуси, например, да. Например, они могут цыпленка там куриного высадить. Ну, а получается, они выходят погулять, да, поесть там, посрать, попить воды. В это время может курица зайти и яйцо сделать. Или, например, в наглую зайти, рядом сделать яйцо и уйти. Интересно. А курятина, она усаживается меньше, чем утка или гусь.
Получается, у тебя цыпленок уже есть, а она все это хуем была. Утка или гусь все еще сидит. И что, они жрут потом этих вылупившихся? Нет. Нет? Ну, не знаю, что с ними делать? Самому, что ли, выкармливать? Они их не кормят? Ну, понимаешь же, это хуем было, как она сидит на яйцах. И немало одного цыпленка. Вообще, отдавали, у кого есть цыплята. Ну, как бы в деревнях с этим проблем особых нет. Ну, всегда было кому отдать. Так у тебя ж куры есть, если цыпленка курице отдать, она же будет его. Ну, это... Так курица должна с цыплятами быть, и хотя бы ее надо наебать, чтобы она этого цыпленка приняла. Ее так просто, он же цыпленок. Просто так не наебешь, она знает своих цыплят. А что, этого другого не будет кормить, что ли? Нет, она может его заклевать. Сожрать? И сожрать может. А, они же эти, каннибалы, блядь. Ну, курица вообще каннибал, они сами себя могут сожрать. Да, себе ляжку хуярить, что ли, грызть, блядь. Ну, если ее прохуярить, чтобы кишки вывалились, она может начать себя есть. Покажи. Ебанутые, что ли? Они вообще ебанутые. Ёбаная кура. Бля, у нас есть курица, она вот такого размера. Ну, как так, ну, с размера цыпленка бройлера. Ну и что ты с ней? Она несет яйца или. Она несет маленькие яйца. Ну, тогда ее в суп надо ебануть. Зачем? Надеюсь, за лето наберет витаминов, вырастет. И будет большие яйца хуярить. Ну, хотя бы там от петуха не будет страдать. Да что он ее это клюет? Блин, петухи, это же ёбр-террорист. Жуть какая. Сейчас не знаю, я там, кстати, фоткал это все дело. Сейчас я попробую найти эту фотку вообще. Сейчас кокиса выставлю только. Я фоткал эту вот цыпленка. Курица? Сейчас на Яндекс.Диск покопаемся. Вот. Так, сейчас. А меж тем уже 3.04 фактически. Так, как тут? Изображение. Загрузки. Ой. Чё он такое большое? Что это, блядь, такое? Я уменьшаю. 8 раз уменьшил уже. Вот, это белые, получается, цыплята-бройлеры. Хуя себе, а чё они такие эти, мясистые, мускулистые? А вот эта курица, которая почти год... Не, полгода. А сколько они вообще живут? Кто? Кряква. Пока не зарубишь. Чё, они миллиард лет могут, что ли, ходить там? Нет. Куда? Только они потом старые будут, могут от своей смерти сдохнуть. Ну, сколько они от старости-то живут-то? Ну, пару лет. Чё, и всё, что ли? Года 4, нет, я точно не помню. А петухи так же? Как и курица? Ну, пару лет, да. Но быстрее их-то того, самого, чтобы своей смертью не сдохли на старости. Надо их пожалеть, избавить от мучений. И в суп? Да. Или петух-гриль, блядь. Ну, в петухе там мяса нету. Ну, так он жёстче, наверное, и костлявее. Ну, если она взрослая... Курица или петух. Ну, а это они жесткие, да. Лучше цыплят жрать, да? Ну, вообще бройлеров, вот этих белых самых. Они для этого покупаются, чтобы их потом на мясо.
Но они же несут, наверное, тоже что-то, эти бойлеры, блядь. Они обычно до этого не доживают. А эти утки, они же тоже это, из них яичницу можно делать, из их этих яиц. Ну, а можно, но они же не сушки. Они делают яйца, чтобы высиживать утят, да и все. А, ну да, они там раз в 10 тысяч лет несутся, блядь. А вообще могут, не знаю, 3 раза за лето. Ну как бы они там столько этих утят делают, ты их уже потом специально не даешь высиживать. Потому что работа с этими утками вообще жесть. Да уж. Че, будем завязываться или что? Я хочу утку найти. А, ну покажи утку. Шашлык какой-то. У тебя там какой-то был утка этот, товарищ старший сержант, блядь, с этим... С красным этим бивнем, блядь. Ходил, орал там, блядь. Я помню, ты видео скидывал. Гонял там всех, блядь. Строил. Товарищ старший утк. Да, блядь, чё они такие большие? А потом удивляешься, чё память так быстро заканчивается. Вон какие фотки большие делаются. Надо на этот, на полароид фоткать. Во, у меня есть полароид дома. Во, вот этот вот, ёбарь, блядь, ёбаный. Это ёбарь террорист тоже. Да. Того, товарищ старший утка. Так это май месяц. Вон тут должны быть, наверное, цыплятки. Бля, у меня везде нахуй рабочие фотки. О, пиздюк. О, смотри, что нашел. Сейчас. Пу-пу-рум-пум. Так, а у меня опять сейчас такой... О. О. Вот как раз курица с цыплятками. Это не бройлер? Нет, это чисто курица. А цыплята бройлера? Нет, курица. Бойлер курица. Ох, у меня тут фотки, как я тут ремонт делал на кухне. Ну вот надо этот стрим сделать. Как ты у меня на кухне ремонт будешь делать, блядь. Ку-ку-ку-ку-ку, ну, как-то так. Нормально. И главное, пшенички бутылки. Это, по-моему, класс. А там рядом живое пиво. Живой пив. Как-то так я ремонт делал на кухне. Где утята? У тебя на кухне утята бегают, блядь? Нет. Или уже сыто, сожрал всех? Чё-то у меня тут одни курицы. Утков задискриминировал. Одних курей, блядь. Вон тут. Курятина под верстаком. Где утки, блядь? Мне нужны утки. Мне нужна твоя утятя. Так, тут петух. Так, давай. Это прошлый год. Давай май позапрошлого. Т-т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 .
Блин, сколько уж у меня рабочих фоток, ёбаный рот. Не могу знать. Охереть можно. Март месяц, до этого должен ныгать. Апрель, май. Давай май. Да нет, я тут уже был. Да, ну давай 20-й год, посмотрим. Вот, май месяц. Тут уж точно они должны быть. Пиздюк. Все дела. О, помидоры я тут фоткал. Курица, пиздюк опять. Зачем я себя фоткал без футболки? Я не знаю. Зачем ты себя фоткал без футболки? У меня такой же вопрос. Вот, блядь, не могу утку найти, прикинь. Ну и... Ладно. Ну ладно, найдешь. Я вот нашел, только они тут чутка большие. Вот вам утки, нахуй. Утки! Утки! Ну, здоровые какие-то. Ну, это большие, я хотел мелких найти, желтых. А они желтые все? Как ну, эти? Мелкие, да, желтые. А почему они все желтые, блядь? Ну, не знаю, и курицы тоже желтые, и белые еще. Курица-то понятно, почему желтые. Ну, хотя не очень понятно, почему они желтые, блядь. Ну, вот, например, цыплята курицы, они... Как вылупаются, они уже жрать умеют нормально. А этих утят надо просто мордой нахуй в воду тыкать, в еду тыкать, чтобы они жрали. Они сами этого не умеют. Какой ужас. А чё они не жрут сами? А не знаю. Чё это они так? Так, цыплят тут. Пиздюк опять. Вот тут точно должны быть мелкие. О, опять цыплята курица. Курей. Ща, вот тут точно мелкие должны быть. Где-то рядом, блядь. Я пока вон, думаю, вот этот поставлю. Так, это август уже, нет. Давай не лето. Весну. Жуть. Ой, у меня тут видео какое-то. Видео мне не надо. Хоум видео. Ну, у тебя чьи видео? У тебя именно. О, кошку тут. Опять кошка. И пиво. Это за 19-й год. Все, что было. Кошки и пиво. Кокушки. Кокушки, да. Ты прикинь, я ни одной фотки не могу найти. А ведь должны они быть. Да? Да. Мне даже Яндекс сгорел. О, посмотри, какая хорошая фотка. Опубликуй куда-нибудь. О, свиньи. Внезапно. Так у тебя же вроде нету свинатусов там. Они на улице были.
мелкого не нашел, но нашел вот такого. Я же этих скидывал уже как-то. Они летают? Бля, они, да, летают. И чё, могут улететь прям совсем? Могут улететь, но не будут. Потому что их кормят, блядь. Да. И похер, они могут там полететь куда-нибудь. Туда-сюда могут летать. Пикировать там, ну, по-всякому. Или не по-всякому. Почему у Яндекса нет какой-нибудь нейросети на поиск? Ты ввел утка в запрос, и он выдал тебе всех уток. А ты напиши утка маленькая. А тут нельзя писать. В Яндексе нельзя писать? Так я что, из поисковика, что ли, должен картинку дать? Ну, поедешь, сфоткаешь, если там будут маленькие. У тяти. Блин, кошки, кошки, пиздюки. Кошки, кошки, кошки. Туда-сюда. О, вина бутылка. Большая. Бутыль. С пальцем на этом самом. С пальцем, говорю, с перчаткой. Борец. Кошка с мышкой. Бабы какие-то. О! Все. Цель этого стрима выполнена. Сейчас что? Будет. Давай посмотрим. Вот они. Да, ну они не такие желтые, как эти, а эти еще вон с черным. Ну, получается, желтые они прям это белые, а с черным они потом вот коричневым могут вырастить потом. Mm. Ну, все выполнено, цель. Миссия выполнена. Да. На сегодня. Я. Я проскроллил Яндекс.Диск. Такого, конечно, насмотрелся всякого ужаса. Жуть. О, видос. Что за видос? О, а может видос напоследок и может заканчивать? А? Может видос напоследок и заканчивать? Какой видос? Как они купаются. Ну давай ставь, посмотрим. Ну вот сейчас скачает. Посмотрим и будем заканчивать. Как мы вообще начали про уток, ты мне скажи. Я не знаю. Заговорил меня. Расскажи, какой там стрим следующий. Не знаю. Иерихон, по идее, должен быть. А ты его реально пройти хочешь? Да. Я, по крайней мере, я надеюсь на это. Но если не получится, то уже никогда не получится. Вот хуй его знает. Посмотрим. Надеюсь, все-таки выйдет. И смотрим видео. Ты его прям пройти хочешь, да? Прям, ну, вот прям не, совсем. Не могу, хочу пройти. Сейчас они драться начнут. Смотри.
Все, водные, блядь, эти бои. А это мелкие или это большие утки? Ну, это мелкие еще. Ты чё там, два и мельче этих, которые они могут на этих начать наезжать даже. Ну, чё, построились все, блин. Так, на стрим там звук какой-то должен быть, но я его не слышал. Там какой-то есть звук. Команда, становись, блядь. Да, построили. Так, ладно, чего, заканчиваем? Потихоньку, да, наверное. Потому что... Да я уже попрощался же, я уже толкнул. Я еще не прощался. Вот, ну давай, прощайся ты. Я-то речь уже толкнул свою и всех поблагодарил уже за всякое. Всем спасибо за просмотр. За донаты. Папаша очень рад. Что? Я говорю, всем спасибо за донаты. Паша очень рад. Да, все пойдет на ремонт. Все, всем будем... спасибо, всем пока. Скоро увидимся. Да, увидимся на следующей неделе и будем собирать дальше на ремонт. Да. Пока-пока.